Я хочу еще довольно много поговорить о истории и этнографии. Но как бы начать с истории, потом говорить о литературе, а потом об этнографии. Поскольку, мне кажется, что тут они оперируют довольно схожими понятиями. И вы нашли свой платочек? Материала тут очень много, и, в общем-то, у меня это все занимает целый курс, который я преподаю, поэтому, конечно, все это будет довольно схематично, но если у вас возникают вопросы, то можно будет какие-то темы развить. Так что вот то, что я пытаюсь сделать в курсе, взять три как бы взгляда на штетл, взять историю, взять литературу, взять этнографию, посмотреть, как они, в чем они совпадают, в чем они не совпадают, и насколько одна, скажем так, дисциплина, один подход влияет на другой подход. Это довольно трудно, надо сказать, получается для студентов, потому что они как-то привыкают, если они историки, значит, они считают, что все это исторические источники. Соответственно, если они там антропологи, они все по-своему там считают. А понять, что у каждой дисциплины свой подход, и не следует, так сказать, требовать от этих источников и от подхода того, чего он не может дать, это довольно трудно. Но вот я попытаюсь. Начнем с истории, значит. Вот Инна Валерьевна очень хорошо у нас рассказала о глубоком, которое, в общем, очень типично в этом смысле. Как бы сказать, что такое, вообще говоря, еврейское местечко? Ну, само по себе слово, да. Местечко, понятно, это как бы место, город, маленький город, да, то есть как бы некая уменьшительная форма. А штетл то же самое. Штот – это город, штетл – это городок. Поэтому в идише слово штетл, вообще говоря, никакого специфического смысла не имеет. Просто любой маленький город можно назвать штетлом, и это будет нормально. Ничего еврейского в этом слове нет. Оно становится еврейским, когда оно переходит в другой язык. Когда мы говорим по-русски «местечко» или «городок», ничего там, опять же, еврейского не просматривается, особенно в слове «городок». Когда мы говорим «штетл», мы сразу себе воображаем, какой чисто еврейский штетл. И я думаю, что слово «штетл» в русский язык, вообще говоря, пришло из английского. Такое, ну, понятно, что оно из идиша, но оно пришло вот из этого вот интересного, то, что произошло в послевоенное время в Америке, когда штетл стал как-то концептуализироваться как вот именно специфическое еврейское гомогенное такое вот изолированное поселение. Но вот об этом я буду говорить в конце. А с точки зрения, вообще говоря, ну, какой-то там... не еврейский какой-то государственный, какой-то такой социальный. Ничего такого еврейского нет. Оно никак не вот, особенно не формализуется, как легальная категория. И, допустим, в дореволюционной литературе на русский язык, когда это переводилось, там, повесть Шоломаша «Штетл» переводилась как «городок». Никто как бы не думал об этом «Штетле». Это как бы уже поздняя такая конструкция. Значит, это, скажем так, владельческое местечко. Да? И в этом смысле это уникальный феномен для Восточной Европы, который, в общем, можно сказать, вот как бы определяет вот этот вот ареал, который, так условно говоря, простирается от нынешней Молдавии, Бессарабии, даже, может быть, части Румынии, до, скажем, северо-западной Польши, включая там, или исключая, вернее, Восточную Пруссию, там какие-то территории, на которых была другая ситуация. Но, в принципе, конечно, это вот территория Речи Посполитой, польско-литовского, значит, государства, но в самом ее большом объеме. Ну, так вот, условно говоря, от Балтийского моря до Черного. Хотя до Черного прямо оно никогда не доходило. Но вот эта вот как бы идея, что есть огромные территории в Польше, в Польше и Литве, которые принадлежат частным частным магнатам, да, в основном это там, может быть, 10 или 15 фамилий, там Радзивиллы, Потоцкие, которые владеют огромными территориями. Да. И, в принципе, по мере того, как они, особенно на Украине, как они двигаются и как бы захватывают, колонизуют эти украинские земли, им, естественно, нужно создать какую-то инфраструктуру, чтобы что-то там как-то, жизнь какая-то была налажена. И вот они создают эти самые местечки, которые полностью им принадлежат. И поскольку они полностью ими распоряжаются, они, значит, могут там делать, что хотят. И, соответственно, они дают, в принципе, существование евреев, вот их жизнь на территории, вот, ну, не только Польши и Литвы, а, в принципе, в Европе, в Центральной Европе, построена на... некой грамоте, на некой привилегии, которая дается евреям, в которой описываются права и, соответственно, обязанности. Значит, им разрешается делать тот, тот и тот, заниматься, например, торговлей, промыслом и тем всем. А взамен они должны, значит, платить налоги, и им дается очень широкая общинная автономия. Просто потому, что государство, в общем,
не может всем управлять, и оно как бы делегирует все эти полномочия вот разным общинам. И из-за этого возникает очень такая мощная система еврейского самоуправления. То есть получается, что вот это вот местечко, в котором магнат приглашает, скажем так, поселиться евреев. Но это очень условная картина, чтобы мы поняли, как бы, какова предыстория всего этого дела. И вся эта территория покрывается к 18 веку, видимо, конец 17-18 века, это вот расцвет вот этой вот местечковой как бы автономии, местечкового вот сознания. Примерно половина всех евреев мира живет в местечках. Да. К этому времени примерно там 3/4 или 2/3 всех евреев Польши живут в местечках. То есть можно сказать, что это вообще доминирующая форма жизни. А они, несмотря на то, что, в общем, политически, там, в военном отношении это очень такое время тяжелое, начиная с польско-московской войны и дальше там Хмельницкий на юге, значит, шведы на севере, опять же, Московия. То есть время очень неустойчивое, масса всяких разрушений, жертв, но при этом это вот в каком-то смысле расцвет вот этой странным образом совпадает с расцветом местечковой культуры, да. И если мы посмотрим и вообразим себе как бы карту вот этих самых местечек, я видел эту карту, но, к сожалению, не мог ее воспроизвести, и она как-то пропала. Вокруг каждого местечка мы обведем кружочек. Примерно на расстоянии полдня пути. То это кружочки покроют всю эту территорию. Что это значит? Что из одного местечка в другое можно доехать за день, то есть полдня, так сказать, до границы вот этого ареала и полдня до следующего местечка. То есть еврей, который отправляется в какую-то поездку, таких, в общем, было очень много, он может спокойно, значит, выехать со своего местечка, доехать до другого, там переночевать, значит, в корчме, получить там кошерное питание, если нужно там отдохнуть в субботу. То есть вот это вот какая-то такая вот сеть, вот эта еврейская, значит, жизнь. А с другой стороны, крестьянин, которому нужно там продать или купить что-то, он может доехать до местечка и вернуться обратно. Ему не нужно платить деньги за то, чтобы там остаться. То есть это такая довольно простая схема, но она действительно работает. То есть вот эта вот сеть местечек, она примерно вот таким, с такой вот частотой. Я думаю, что если посмотреть здесь, то, наверное, вот так вот и будет. Так как бы, да, там какая-нибудь шарковщина, вот так вот, наверное, день пути. Да. Вот. Что тут важно? Ну, прежде всего, вот этот вот, значит, частный характер. То есть, вообще говоря, евреев никто, кроме этого самого владельца, выгнать не может. А владельца, естественно, выгонять не будет, поскольку для него это источник дохода. Может быть, это основной источник, безусловно, денежного дохода. Кроме того, евреи способствуют развитию там, торговли, ремесел. И, вообще говоря, как-то развивают этот самый регион. И за это евреи получают, за то, что они платят налог, как правило, налог там, с разного рода там, монополий, которые, сейчас я к этому перейду, вот налог с недвижимости, да, с ширины, как я понимаю, вот, дома, да, поэтому дома многие построены были узкие и длинные, поскольку вот налог платился, это естественно, почему он платился с ширины, потому что ширина, там можно было устроить какую-то лавку. Вот, то есть там, вот, чем шире дом, тем больше потенциальных доходов он может приносить. И, конечно, близость к рынку. Вот такие вот критерии. Чем ближе как бы, к центру, к рынку, к рыночной площади, тем дома как бы богаче. Там каменные основания, может быть, деревянный верх. И богаче. Да, то есть серьезнее, больше богаче. Дальше происходят, так сказать, естественно, вот, ремесленники. Потом, скажем так, такое городское мещанство, смешанное еврейское и нееврейское, садоводство. То есть места больше, дома меньше и ближе как бы к природе. И, в общем, граница между вот, городом и деревней несколько размыта. Можно называть штетлом такую плотно застроенную еврейскую часть, можно называть штетлом, вообще говоря, вот все это как бы пространство. Там административная граница тоже может по-разному происходить, но безусловно, вот если мы на это дело смотрим как бы социально-исторически, то четкую границу между еврейским и нееврейским частью провести трудно, хотя, в общем, и часто стараются это сделать. Вот. И если есть какие-нибудь вопросы, то вы можете меня останавливать или поправлять, или я как-то какие-то подробности спрашивать. Вот. Значит, а что вот эти евреи делают? Чем они занимаются? Занимаются они
ну, скажем так, у Штетла существует очень четко выраженная... Сейчас я говорю о Штетле как бы вообще, ну, начиная, скорее всего, с 17 века. Довольно странным образом, это как бы показывают современные историки, именно восстание Хмельницкого стало стимулом к заселению многих местечек и к развитию разного рода ремесел. То есть евреи очень сильно обеднели, они потеряли капитал. И вообще говоря, еврейские общины с этого времени начинают все более и более оказываться в долгу у монастырей. То есть тут обратная ситуация той, которую мы себе представляем, что евреи как бы сужали деньгами. На самом деле общины были в долгу, и в конце концов вся эта конструкция рухнула из-за банкротства в середине 18 века. И прежде всего это вот торговля, прежде всего это оптовая торговля. То есть это продажа местной продукции, значит, это продажа леса, ну, в данном случае это лес, лен, на Украине это зерно в большей степени, кожа. И также обслуживание магнатов, поскольку им нужны тоже, значит, всякого рода товары, то еврейские купцы им их доставляют из крупных центров. А дальше ремесла, которые обслуживают, как правило, ну, евреев и неевреев, то есть вот эту вот окружность, условно говоря, полдня пути. А, соответственно, портные, там, сапожники, всякая конская, значит, сбруя, шорники, ремесленники, так и плотники, кузнецы. Вот, вот вся эта как бы инфраструктура, она сосредоточена в местечке. А еще один важный источник дохода, очень важная какая-то такая социальная, значит, функция, это аренда, институт аренды. Потому что польская вся эта конструкция социальная, она, вообще говоря, была юридически очень сложно оформлена. Постоянные там столетние тяжбы между, значит, магнатами, в том числе и евреи, там участвовали из-за земли, из-за разного рода прав. И этот самый магнат имел, вообще говоря, монополию на разного рода продукты. Допустим, монополию на соль, монополию там на дрожжи, которая бралась в аренду каким-то евреем. В принципе, и Штетл брался в аренду каким-то человеком, как правило. То есть при магнате, который жил не в Штетле, а жил он, либо он жил там где-то вообще далеко, в Варшаве, и был какой-то его управляющий, какой-то, так сказать, шляхтич, которого замещал, либо, если он был более мелкий помещик, то он жил в своем поместье, в своей усадьбе, и вокруг этой усадьбы тоже была некая еврейская структура, значит. Это очень хорошо описано у Котика в мемуарах. Были евреи, которые занимались, собственно, обслуживанием магната, были евреи, которые занимались управлением вот, местечком и крестьянами. То есть все, значит, существовала вот эта многоступенчатая система аренды и субаренды, которая охранялась талмудическим правом. То есть нельзя было прийти, предложить больше денег и взять в аренду там мельницу или что-то еще. Все это было как бы вот институт Хазоки, в который был... которая община защищала. Община, вообще говоря, была довольно такая ксенофобская. То есть как бы прийти со стороны и стать членом общины было довольно сложно. Ну, потому что женитьба, там примерно как прописка это работает. И аренда, соответственно, работала так, что человек платил какие-то там, какую-то большую сумму денег за целый год, и затем он их собирал каким-то путем из того, что у него было. Вот. Очень распространена аренда была мельниц. Соответственно, мельница устроена так, что, естественно, крестьяне привозят немалое зерно. Как правило, платят они, значит, частью этого самого зерна. То есть деньги там мало участвуют. Дальше из этого зерна производится, значит, что? Ну. Да. Производятся, соответственно, крепкие и менее крепкие спиртные напитки. И при этой самой мельнице существует корчма. Вот. Это такой вот как бы нормальный цикл. Мельница существует, естественно, не в местечке, она существует там на реке. И там, как правило, какая-то там есть деревня. То есть там живет некий один еврей со своей семьей или, может быть, два еврея. И это не местечко, да, это называется Ешув. Ешев. Как вот потом это все придумали в Палестине. Ешув, вот поселение. То есть это как бы... Человек, который приписан к какой-то еврейской общине, но живет он довольно далеко от этой общины. Живет он там исключительно потому, что у него есть устойчивый источник дохода, вот у него есть аренда на эту мельницу
многопоколенческое, и у него есть, значит, вот это вот зерно, которое он перерабатывает, и затем спаивает, так сказать, крестьянство, как это, в общем, потом оказалось. На самом деле, тут происходит необычайно такая интересная экономическая штука, потому что вывозить зерно, особенно отсюда, было невыгодно, а экономически это очень трудно было, и как-то его надо было перерабатывать, так его, в общем, все не съешь. А переводя его в алкоголь, мы получаем очень высококалорийный продукт. Вот. То есть, происходит некая консервация, как бы, этого зерна, и, вообще говоря, продукт довольно питательный. Поэтому можно его принимать, так сказать, на завтрак, обед и ужин, но с какими-то последствиями. Но, во всяком случае, калорий он дает. И это было, вообще говоря, вот, может быть, самым главным, так сказать, источником доходов, с чем еврейская история внутренне как бы морально борется, но уже сейчас она как-то, мне кажется, смирилась с этим обстоятельством. Вот, и пытается его представить в максимально приглядном виде. То есть, вообще говоря, иначе тут как бы экономика, может быть, ей было бы очень трудно сочетать, потому что действительно вот главный, так сказать, продукт экспортировать, в общем, экономически невозможно. Что можно экспортировать, это лес. И вот эти места, конечно, главный поставщик леса для всей Европы, поскольку время, так сказать, всяких географических экспансий, колониальных захватов, нужны там строевой лес, нужно строить корабли, в Европе уже лес извели. А лес, конечно, поступает по рекам, соответственно, Неман, Западная Двина и Висла, вот, если мы берем этот регион, и парусина, да, которая, опять же, делается с помощью льна. То есть вот это вот здешние как бы основные такие продукты. И евреи тут играют абсолютно ключевую роль. Поскольку вот производится все, значит, все там как-то собирается, лес берется в аренду, он вырубается, много народу вяжет плоты, потом, когда, значит, после ледохода он сплавляется в лес, в море по большой воде, в Ригу, в Данцик, Мемель, а в опасность в том, что ледоход как бы будет раньше, унесет, в общем, много, много рисков в этом деле, да, поэтому кредит очень дорог. Денег, в общем, мало, очень много как бы натурального обмена, и в этом смысле Штетл экономически очень хорошо живет, да, поскольку вот он обслуживает себя, обслуживает небольшой регион, там нет никакого промышленного производства, а есть связи с большим миром, но в основном он живет на вот местном, так сказать, обслуживании местного населения, и ему достаточно дохода, в смысле, не опять же, денег мало, но еда, там, одежда, все это как-то там производится. То есть это такой докапиталистический, в общем, способ хозяйственный, способ экономики. И проблема, конечно, в 19 веке в том, что Штетл, в общем, не может перестроиться на новый, когда начинает доминировать город. То есть экономически возникает множество проблем. Дальше, что сам, собственно, принципиально в Штетле с еврейской точки зрения? Значит, когда, вот, условно говоря, еврейская община, еврейское общество получает некую бумагу, некую привилегию от магната, то там оговариваются три вещи, в принципе. Что они получают право иметь свое кладбище, да, это как бы один обязательный элемент. Они получают, то есть они получают землю в бессрочное пользование под кладбище. Они получают право там построить себе синагогу. И они получают право открыть там микву. Да? Вот. Миква, значит, абсолютно необходимый элемент для воспроизводства еврейского народа. Она занимает очень такое почетное место, вот, значит, женщины туда входят после месячных для очищения, все это видят, все знают, все это обсуждают, это, вообще говоря, такая, клуб такой, как бы, на отрезанном воздухе. Это, как бы, три элемента, которые совершенно необходимы для того, чтобы была вот эта вот кегила еврейская, да, значит, соответственно, в деревне этого нет, поэтому жена этого самого арендатора должна ездить в микву в местечко, да, соответственно, он там ее везет, он там что-то покупает. Соответственно, на праздники они тоже ездят, особенно на Йом-Кипур, Рош-Хана, они ездят тоже в местечко, да, чтобы вообще говоря в синагогу. Они приглашают к себе там учителя для детей, они своих детей отправляют в ешивы. В общем, они как бы привязаны к этому местечку со всех всей своей жизнью. И местечком управляет, скажем так, вот то, что вот община называется Кахила, управляет им некая институция, называемая Кагал. Да, это некая выборная... выборная, значит, администрация, которая построена примерно по модели польского сейма. Значит, еврейские историки 19 века, прежде всего Дубнов, очень любили как бы подчеркивать уникальность, специфичность вот такой еврейской формы самоуправления, что у евреев была своя совершенно автономная структура, и вот, в принципе, может быть, в будущем можно как-то эту структуру возродить. То есть как-то они... На самом деле структура
повторяет структуру локальных местных, значит, сеймиков, куда, ну, в принципе, это польская демократия была построена на том, что только шляхта имела право голоса. Здесь право голоса вместо шляхты выступают домовладельцы. То есть, в принципе, существует очень четкая граница между теми, кто платит налоги, и теми, кто налоги не платит, а пользуется благотворительностью. И большинство евреев в местечке не участвует в выборах. То есть каал – это как бы олигархия. По неким правилам, она построена по неким талмудическим, так сказать, схемам. Во главе стоит человек по имени Парнас, как бы благотворитель, слово «питать», да, Парнаса. А вот, Парнас Ходыш. Как бы он должен меняться каждый месяц, он, в общем, не меняется. Это как бы даже, как правило, наследственная должность. Вот. Это, в общем, управляет всем богатая верхушка, олигархия, скажем так. Купцы, оптовые, значит, и розничные. И они имеют некий бюджет. Они содержат, значит, синагогу, они нанимают раввина. Тут надо понимать, что раввин это никакого отношения как бы к священнику не имеет. Это как бы совершенно приглашенная должность по контракту. Он, в принципе, его главная задача это судить. Вот, как бы осуществлять талмудическое право. Понятно, что в этой ситуации талмудическое право должно, в общем, довольно много заниматься довольно многими вопросами, которые в нынешней жизни, как бы они уже довольно абстрактные. Имущественные отношения, какие-то уголовные дела, разбор всяких там судебных проблем, поскольку автономия. И поэтому в Польше и Литве очень сильно как бы развивается талмудическая ученость, поскольку в этом есть практическая необходимость. Это не абстрактное знание, это очень, так сказать, нужное знание, да. И, в принципе, община абсолютно автономна, она не подчиняется, вообще говоря, никакому авторитету. Вот раввин там решил, вот это вот кошерное у нас, а вот это не кошерное, а у вас может быть по-другому. И там были интересные очень споры по поводу разных там вариантов продуктов. Кто-то говорит, что там осетр кошерное, а кто-то говорит, что нет. Вот. И этот раввин получает небольшое очень жалование, значит, раввин приглашается по рекомендации там каких-то больших авторитетов из молодых выпускников ешив. Ну, там происходит какая-то торговля, он получает мало денег, но он получает, его жена обычно получает всякие рода монополии на торговлю, там, дрожжи, допустим, или соль. Вот. Никто не имеет права производить дрожжи, которые, безусловно, нужны для халы или там привозить соль, поэтому цена на соль, конечно, очень высокая. Дальше налог у нас есть на кошерное мясо, и за счет этого содержится учебное заведение, ешива какая-то при синагоге, значит, начальные школы хедеры частные, их содержат как бы те, кто... Там сами эти учителя, это профессия очень непрестижная. И всякого рода благотворительность. Значит, там дом для престарелых, если там есть возможность какого-то там, типа какого-то лазарета. Вот это дальше, в этом в польско-литовском государстве, существуют некие надстроечные структуры, вот, так называемые ВААДы. ВААДы там каждой как территории. Отдельно существует литовский ВААД, отдельно существует вольский вот этот ваад четырех земель. И эти ваады собираются периодически на ярмарках в разных городах, там в Люблине, в Ярославе, и обсуждают всякие свои дела. Но в принципе ваады отвечают за все еврейское налогообложение перед казной. Да? То есть, вообще говоря, они должны перераспределять налоги среди общин, и это вызывает бесконечные споры, тяжбы, там, понятное дело, что из этого. И в конце концов, вот как я уже сказал, после восстания Хмельницкого происходит все больше и больше недоимок, они не могут платить эти налоги, в конце концов они оказываются в очень сильной долговой зависимости от монастырей, высокие проценты, и в конце концов ваад, в общем, лопается в середине 18 века, и польская власть начинает задумываться о том, как реформировать еврейское управление, и вот эта конституция 3 мая, там всякого рода очень такие модернистские проекты, которые по модели французской революции, которые как бы ни к чему не приводят, поскольку, значит, Польша исчезает. Вот это вот, так сказать, конструкция. Дальше в обществе, в местечке существует очень много добровольных объединений, хеврот. Они как бы есть профессиональные. Самое главное, как бы, хевра, это хеврокадиша, да, которая занимается похоронами. Это самое престижное членство в этой хевре. Вообще говоря, участие в похоронах, это довольно почетное дело. То есть, как бы, с нашей точки зрения, как бы, кому охота с этим связываться, да, но вот тут именно как вот такая мицва, это важно. А дальше есть хевры по изучению там Мишны, по изучению Талмуда, есть хевры ремесленников, и у них есть свои, скажем так, молельные дома, как это называется, молитвенные дома, как это называется в русской, такой легальной номенклатуре. По-еврейски есть несколько категорий, значит, есть шул, там, гройса шул, она еще называется калта шул, холодная синагога, потому что топить ее можно только на большим праздником, и она часто стоит закрытая. Вот я думаю, что вот эта вот синагога, которая там была, это вот была вот такая главная общинная синагога.
Дальше существует множество, вот, то, что называется бейс-метраш, да, батей-медрошим, это дом учения, это маленькое помещение, которое легко отапливается, в котором люди учатся, и одновременно они там и молятся. Вот. Они как бы разбросаны, вот здесь они были на этой самой Докшинской улице, их было 10 штук, улица Московская, по воспоминаниям межвоенного периода. И это основная, как бы то, что вот мы можем называть синагогой, основная такая вот институция. Дальше существует специфически хасидская как бы молельня, которая, как правило, называется штибл, от слова штуб, по-немецки штуба, это не, по-немецки это комната, на идише это, скажем так, хата, то есть это небольшой такой вот дом, не квартирный дом. Вот, это как бы специфически хасидское название. И отношения между хасидами и вот, ну, тем, что называется меснагедами, ну, в общем, это как бы такой мейнстрим, особенно здесь. Они всегда очень сложные, потому что происходит экспансия хасидизма в 18 веке, начиная с Подоли, в Галицию и на север. Здесь в основном хабадский хасидизм в Белоруссии и карлин-столинский вариант в Полесье, в Пинске. И хасиды довольно агрессивно захватывают местечки. Этот сюжет, как бы, как появление хасидов на окраине местечка, какие-то там непонятные, бедные, как-то они по-другому молятся, прыгают, там что-то кричат, у них немножечко другой обряд, они ездят к какому-то рэбе, а постепенно их становится все больше и больше, и в какой-то момент они берут их своего рэбе, вообще говоря, привозят сюда, там, какого-то его сына, и прогоняют главного раввина, как пчелы. Вот. И они начинают, часто это сопровождать с какими-то драками, причем иногда драками за городом, значит, когда люди, население узнает об этом, они отправляются в поле, значит, этих хасидов не пустить. Вообще говоря, драки – это важный элемент местечковой жизни. Между евреями, не евреями. Драки в синагоге – это тоже такое ритуальное, значит. Есть статья, кстати, о драках в клубах. Вот. А где есть такая статья? Это Сэма Кассова статья, вот я в Полина она напечатана, я не помню в каком номере. Я сейчас, вот мне кажется, что речь идет о глубоком, поскольку у него родители отсюда, и он этим занимался по местным газетам. А Сэм, он еще раз... Кассов, я потом, да. А, я не помню, это надо прочитать эту статью, вот. Ну, а драки возникали, в литературе у нас драки описаны, так сказать, там это будет. Значит, дальше есть профессиональные эти самые синагоги на окраинах, портных, которых как бы приличные люди не вызывают к Торе, поэтому они должны создавать свои какие-то объединения, и вообще им лучше как-то среди своих. И есть такие более как бы престижные частные молельни, которые называются клойз, да, клаузы, так сказать, келья, что-то такое. Клойз – это как бы вот человек, богатый человек, у себя дома выделяет какую-то там комнатку, какое-то крыло, он там заказывает свиток Тора и приглашает туда своих коллег, своих друзей, там каких-то, так сказать, по бизнесу, в общем, что-то такое вот престижное, закрытое. Да. И там, может быть, какой-то, какие-то обсуждаются вопросы теоретически сложные, поскольку здесь происходит, в принципе, ученость, в принципе, вот в иерархии. У нас есть три главные категории в еврейском, да, это ученость, дальше происхождение, так сказать, ихос, все очень четко знают, кто от кого происходит, так сказать, ихос, он можно как бы повышать, а можно его и понижать, если там кто-то там в каком-то там далеком какие-то кузины крестились, то это как бы резко падает, или женился на, допустим, из среднего сословия торгового женился на каком-то ремесленнике, то этот ремесленник сразу портит все родословное. Поэтому, вообще говоря, вот этот вот шидах, устройство, так сказать, браков, это очень сложная профессия, да, которая требует очень сложного знания, понимания там, всех нюансов, знания всяких там секретов семейных и умения, так сказать, объяснить, продать, так сказать, жениха невесте, все сосватать, за это они получают, естественно, там, оговоренный, соответственно, гонорар, деньгами и какими-то вещами. Вот. И они работают, сватьи работают тоже в разных категориях. Есть, так сказать, которые сватают богатых в регионе, есть, которые работают внутри местечка. То есть, значит, это у нас ученость, ехос, ну и деньги. То есть, как правило, ученость как бы покупается за деньги. То есть, богатая невеста, ее отец едет в ешиву, спрашивает у главы ешивы, кто тут у вас самый, значит, подходящий для меня жених, там проверяются его там, все анкетные данные, его привозят, и богатый тесть платит ему так называемый кест, то есть 5, иногда 10 лет первых, которые оплачиваются полностью в жизнь, чтобы он сидел и дальше учился. Он уже учится не в ешиве, он учится в таком заведении, которое называется колель для женатых мужчин, они там приходят,
учат Талмуд, он может быть, в принципе, быть, как бы иметь раввинскую смеху. Гораздо больше людей имеют эту квалификацию, чем реально работают раввином. В принципе, не такая уж завидная работа. А дальше тесть ему там выделяет какой-то кусок, там какой-то начальный капитал, и он начинает свое дело. Вот. Дальше уже это уже как бы зависит от него, насколько он успешен в этом самом своем бизнесе. И вот эта вот институция КЕСТ, которая оговаривается в брачном контракте, очень важна. В смысле, как, это одно из объяснений, почему, скажем так, еврейская смертность была ниже, чем нееврейская. Потому что вот в первые годы семейной жизни, когда у них рождаются маленькие дети, а смертность в основном в течение первого года как бы была самая высокая, то есть вот за счет этого прирост населения был низкий, у евреев она была ниже. То есть они были как бы защищены вот этим вот, вот этой институцией КЕСТ. Да. Вот это вот у нас как бы вот условная такая схема местечка. То есть это некие отношения с владельцем, отношения с окружающим населением, внутриеврейские экономические отношения и отношения, значит, с другими общинами. Михаил, а в плане сословной системы, ага, они были мещане или... Да, они были город? Как бы городские жители. Да, были города, тут, так сказать, это условная схема местечка, да, были крупнее, были мельче, были города с магдебургским правом, были города, где... которые не были, как говорили, коронные города, где местное население, как правило, собиралось и пыталось евреев выселить, поэтому из многих городов Польши евреев, они имели право, значит, не допускать евреев, допустим, Каменец-Подольский, Киев. А это право, так сказать, евреи оспаривали, евреи селились в пригороды, поэтому не то, чтобы их там никогда не было. А, то есть, с точки зрения, как бы, вот, не знаю, с точки зрения польской, какая у них была легальная категория, потому что они были евреями. Да, это уже русская категория, когда как бы их переводят в мещане. Вот, и тут у нас кончается, значит, вся эта золотая эпоха Речи Посполитой, еврейской автономии, наступает эпоха, так сказать, разделов Польши и русской власти. Сначала Екатерина выпускает манифест, что типа ничего не будет, ничего не будет, все будет как раньше. Конечно, ничего, как раньше ничего не будет. И она, прежде всего, Екатерина очень активно развивает, как бы старается развивать города, поэтому она дает евреям, как бы им присваивает статус вот городских жителей, мещане или купцы. За купечество надо, соответственно, платить какой-то налог. А, и они имеют необычайные привилегии сразу. Вот право, так сказать, выбираться в магистрат. Ну вот оно ограничивается на третью, но в принципе в Европе нигде этого нет. То есть как бы это очень либеральное начало. А, вот. И дальше наступают, соответственно, всякого рода естественные изменения в XIX веке в Российской и в Австрийской империях, связанные с тем, что, конечно, империя не может терпеть такого самоуправления. То есть, в конце концов, в 1844 году отменяется Кагал, как официальная институция, но сохраняется за общиной обязанность, значит, уплачивания налогов и рекрутский набор, который вводится в 1828 году, тоже вещь, которая в Польше немыслима была. Вот, то есть постепенно евреи все больше и больше как бы их пытаются включить в российское общество, не давая им особых прав, то есть продолжая, так сказать, все ограничения, но накладывая новые и новые обязанности. И это вот лейтмотив, это то, что еврейские историки в 19 веке, как бы вот это для них была важная очень проблема, как с этим быть. Ну вот это как бы такая историческая схема, которая заняла довольно много времени, но она, мне кажется, важна, чтобы понимать, что же происходит в литературе, и вообще говоря, зачем, собственно, этот штетл нам нужен как литературный образ. И литература на идише возникает в начале 19 века. То есть идиш, конечно, используется в литературе раньше, но это как бы такая чисто религиозная литература, адаптация разного рода религиозных книг. Популяризация кабалы, что очень важно для распространения хасидизма. Вот, всякие там идеи, всякие дебуки, всякие там демоны. Это все вот начинается с 18 века очень активно как-то вот в народ идти с помощью идишской литературы. То, что раньше было как бы в кругу там узких кругу ученых, кабалистов, это становится довольно такой расхожим, как примерно сейчас кабала. И многие авторитеты очень против этого возражают. Вот. И, ну вот, Гаскала, я не знаю, такое слово, многим оно не знакомо. Это, скажем так, еврейское просвещение, еврейский вариант просвещения, попытка всю эту вот сложную такую еврейскую конструкцию оформить в виде философских категорий, скажем так, европейского просвещения. То есть иудаизм представить как религию, построенную на неких принципах, построенную как бы с неким правилом вывода,
на Библии и Талмуде. Безусловно, как бы в центре всего стоит единобожие, стоит система заповедей, но дальше начинается какая-то ревизия этих заповедей, что, собственно, важно, а что, собственно, не важно. Там масса всяких предрассудков, которые следует, вообще говоря, откинуть, там, связанных с какой-то специальной формой одежды, допустим. В частности, там, с языком идиш, почему нужно говорить на каком-то дурацком языке, когда можно говорить по-русски, по-польски или по-немецки, как все нормальные люди. Вот. Это все, в общем, приносится из Германии купцами, и первое как бы, поколение этих самых маскелин, это, как правило, молодежь, получившая очень хорошее образование, люди очень умные, и которые как-то вот побывали в немецкой Польше, скажем так, вот, в Силезии или в Пруссии на ярмарках, или там доехали до Лейпцига, до Данцига, и посмотрели на тамошних евреев и, в общем, решили, что и нам надо бы как бы что-то такое вот принести в наши дикие страны. А в наших диких странах происходит разгул хасидизма. Значит, хасидизм из того, чтобы отказываться от предрассудков, он их всячески культивирует. Поклонение этим цадикам, чудеса какие-то невероятные, всякая каббалистическая ерунда. Всюду там летают какие-то демоны, какие-то сглазы. Вообще говоря, ужас просто происходит вокруг. И нужно с этим бороться. Значит, хасиды, причем, активно используют идиш как в устной речи, так и в письменной. Ну, вот сказки Раби Нахмана Вроцлавского и Шифхей Хабеш, чудеса Бешта Балшемтова, основателя хасидизма, который, значит, жил в последние годы в Меджибеже. Всевозможнейшие там у него всякие дурацкие чудеса с ним происходят. И это все как сказки распространяются. Книги эти печатаются в 1814-15 году на иврите и на идиш. И народ вообще это, все это верит с радостью, ну, как типа там экстрасенсы, да. Вот. Здорово. Потому что человек приходит, там у него проблема, а он там пошепчет, там подует, скажет там, вот там туда положи денежки, значит, напиши записочку, и все будет тепло. Или там женитьба, там, как там сосватать, как там болезнь, там проблема там, не бесплодие. В общем, все решается на месте, да. И цадики плодятся как бы семьями, и их там дети, внуки, они там распространяются, занимают, вообще говоря, все. Вот, с этим нужно бороться. Как с этим можно бороться? Только посредством, естественно, ну, агитации и пропаганды. Значит, нужно на этом же идише, которое мы как бы глубоко презираем, как культурные люди, но нужно, тем не менее, что-то народу писать такое смешное, и как-то этих цадиков выставлять в глупом свете, их разоблачать, вообще говоря, показывать, какие они проходимцы и жулики. И вот из этого возникает литература, которая очень интересна, потому что она пародирует, она, конечно, очень иронична. Эти люди прекрасно владеют языком, они прекрасно знают все эти хасидские штучки. И они начинают сочинять вот такого рода литературу в надежде, что эта литература, что правительство поймет, так сказать, русское и австрийское, поймут, что, вообще говоря, это хорошее, полезное дело. Они получат по это дело, значит, какие-то гранты правительственные, издадут эти книги и будут их субсидированно продавать народу. Правительство как бы на это все смотрит так издалека. А тут появляются хасиды, которые там как бы, в общем, показывают, что, вообще говоря, они тут довольно важную роль играют. Они могут, вообще говоря, замутить еврейское население, да и денег у них много. И, в общем, правительство решает, что оно в это дело не вмешивается. Пусть они сами в своем разбираются в этих своих, значит, еврейских делах. Поэтому маскелы, как бы, оказываются лишены возможности печатать свою литературу. Они ее распространяют в узком кругу, они ее сами читают, но до народа она, как правило, не доходит. Еще тут портит дело не то, что в 1836 году выпускается Николаем запрет еврейского книгопечатания, кроме двух типографий. Поскольку до этого типографий было множество, это были совершенно такие мелкие кустарные предприятия низкого качества, печатали они массу всякой хасидской литературы, маскелы, значит, лоббируют, в конце концов правительство решает, да, действительно без опязи, оставляют две типографии, братьев Шапиров в Славуте, потом она переезжает в Житомир, и вдовы, значит, братьев Ром в Вильно, которые печатают Талмуд, не Талмуд, Рома, это классическое издание, типографски абсолютно совершенно, до сих пор оно переиздается. Очень сложная работа, все комментарии так расположить, чтобы они как бы соответствовали как бы основному тексту. Вот, и они отказываются печатать всякую антихасидскую литературу, потому что тут же их начнут бойкотировать. Чисто как бы коммерчески это для них было бы. Поэтому вот до 60-х годов 19 века, до реформы Александра II, когда все это отменяется, практически вот эта литература остается в рукописи. И из-за этого мы очень мало знаем о произведениях такого, в общем, великого писателя, который мог бы, вообще говоря, действительно составить эпоху в еврейской литературе, если бы его произведения уцелели. Они, в общем, в большинстве своем сгорели в Одессе во время пожара. И осталось один роман, и осталось примерно 4 пьесы.
еще пару рассказов на русском языке. Звали его Исраэль Аксенфельд. Сейчас мне как-то вылетело. И дата его рождения, что 1787-1789 года. Значит, то есть родился он еще при Польше, в Немирове, или вырос в Немирове. И был он как бы с учеником, ну, был он как бы среди последователей Рабби Нахмана Брацлавского. Дальше в его судьбе произошел совершенно невероятный перелом, а именно война с Наполеоном. И война с Наполеоном очень сильно, конечно, изменила, вообще говоря, и отношение евреев к России, и вообще говоря, их как бы самосознание, особенно здесь, где, собственно, Наполеон, вот, как мы знаем, вот, тот собор хотел перенести, он хотел собор Святой Анны перенести из Вильнюса. Да, он вообще говоря, если бы дали волю, он бы все там в Париж притащил. Вот, но не притащил. И здесь, конечно, евреи стояли перед, в общем, серьезным таким выбором. С кем они? Ведь они с Францией или они с поляками, которые поддерживали Наполеона, или же они с Россией. Да? И вот тут Любавичский, первый, значит, хабадский ребе Шнеур Залман, он четко сказал евреям своим, что они с Россией. Почему они за Россию? Потому что Наполеон несет всякие новые идеи, эмансипацию, ассимиляцию, он, так сказать, евреи перестанут быть евреями, а при российской власти они, в общем, останутся. Российская власть не даст им забыть, что они евреи, примерно вот так. И российская власть его даже эвакуирует, он умер в Гадиче, в Украине, то есть понимая, что, вообще говоря, он представляет для французов некую ценность. Вот. Было много еврейских шпионов, но были шпионы с другой стороны. Но, в принципе, вот эта вот идея Любавичского рэпа о том, что Россия должна, что евреи должны быть с Россией, она была такая фундаментальная в каком-то смысле. Первый раз, вообще говоря, евреи стояли, ну, пока там были разделы Польши, особо это их не волновало. На юге, на Украине, в общем-то, боевых действий не было, но вот для Аксенфельда оказалось, что он был среди тех молодых людей, видимо, он там как-то освоил русский язык и понял, что, вообще говоря, будущее за Россией. И он стал, ну, мелким подрядчиком, поставщиком, значит, русской армии, которая уже двигалась в Европу. И с этой русской армией он прошел в Пруссию, там побывал он, видимо, в городе Бреслау, в Вроцлаве, посмотрел, вообще говоря, какая там жизнь. Это его очень сильно впечатлило. Он вернулся и понял, что как бы вот надо совершенно по-другому жить. Поселился в Одессе, стал там купцом, был потом нотариусом и начал писать вот эти свои романы. Причем он, человек был, видимо, очень хорошо образованный, он читал по-французски. Вот, писал он такие плутовские романы, судя по названиям, есть как бы каталог его произведений, которые сгорели. Вот. В основном дело там происходило в Подоле, в его как бы родных местах. И в том регионе, который из Одессы как-то виден и, в общем, близок. Там всякие были интересные приключения, по-видимому, этих персонажей. До нас дошел один его роман, который был издан в 1862 году в Лейпциге. Роман называется «Штерн Тихо». И вот роман, что такое «Штерн Тихо»? Да? Это такой специфический еврейский головной убор, украшенный жемчугом и золотым или серебряным шитьем, который стоил очень много денег, типа 10 тысяч рублей, который женщины носили на праздники. И это был предмет гордости. Вообще говоря, проблема женской одежды и вот такого вот показной роскоши, она занимала раввинов и необычайно их беспокоила в Польше. Они выпускали постоянные какие-то вот запреты на показную роскошь. И ясно было, что запреты эти не соблюдались, поскольку они все время возобновляются. Вот. И кто как бы вот богаче и лучше одет, это было очень важно, особенно на праздники. И вот этот «Штерн Тихо» это вот как бы название романа. То есть это главный объект, вокруг которого происходит там всякое действие. Некий клад. И роману был предпослан очень интересный эпиграф, примерно такой, что вот мой роман, сейчас уже мало кто знает, что такое «Штерн Тихо». Мы не знаем, когда роман был написан, либо сразу после, там где-то в 1820 году, но в списке в одном его нету, поэтому, может быть, в 40-м году, а может, просто в список не вошел. Но написан он явно был, так сказать, на основе его собственного опыта. И в предисловии, в эпиграфе было написано, что уже сейчас многие не знают, что такое «Штерн Тихо». Вот мой роман его сохраняет как бы в заспиртованном виде, вот у него был там вот этот вот спирт, то есть как бы как кунсткамера, интересная, как бы сразу такой этнографический у него посыл, и что я надеюсь, что скоро и вот Штраймл, мужской, так сказать, вот эта меховая такая богатая шапка, и он станет тоже вот этнографическим объектом. Но это, конечно, не случилось до сих пор, но интересно его как бы вот ход его мысли, что вот этот роман, который он пишет, у него не только идеологическая, конечно, направленность, то есть разоблачить хасидов, что там главное, но и сохранить вот эту вот старину. То есть, в принципе, идея, конечно, с точки зрения Маскелова, сохранения там какого-то наследия, она им была чужда, потому что, ну,
зачем нужны все эти предрассудки, но у него было какое-то эстетическое чувство, что вот хотя это и глупая вещь, потому что, собственно, почему она глупая, потому что масса денег туда уходит, и они не работают. А вот, тем не менее, как-то интересно, чтобы знала молодежь о том, что это такое. И вот роман этот открывается совершенно фантастического, я бы сказал, описания местечка. Вот он как бы понимает, что прежде чем читателю, хотя написано на идиш, предполагает, что все знают, что это такое, но надо, тем не менее, читателю как-то это дело концептуализировать. Значит, речь идет о подольском местечке. И вот как бы вот длинное название, длинное вступление, там два больших абзаца, как он это описывает. Да, вот это потрясающе совершенно у человека, который читал, конечно, книжки на других языках, который пишет первый роман на идиш, и он понимает, вообще говоря, что потом во всей еврейской литературе будет центром. Ну, центр нам сразу дает так, что потом последующий только на этом строит писать. Начинается так, значит, я читаю. «Всякий, кто знаком с нашей русской Польшей», тут интересно как бы этого названия. То есть Польша, это, которая принадлежит России. Вообще слово там «Русь-Россия», оно очень интересное в еврейских приложениях. Да, «всякий, кто знаком с нашей русской Польшей, знает, что такое маленькое местечко». Значит, «штетели». Дальше. «Маленькое местечко» — это несколько домишек. Там каждые две недели торг по воскресеньям. Евреи торгуют водкой, зерном, рядном для мешков или дегтем. Есть там обычный такой еврей, который стремится выбиться в цадики, собственно, стать хасидским таким, значит, мелким, а может и крупным авторитетом. Дальше. Городом. Штот. У него нету слова «штетл», у него есть слово «штетеле», и еще более уменьшительное от «штетл». Так, двойное такое уменьшение выдачу. И дальше слово «штот». Городом называется место, в котором есть пара сотен каркасных домов, ряд каменных лавок. Да, вот ряд каменных лавок вокруг, то есть каменицы, в которых есть, так сказать, каменное основание и деревянный верх. Там есть один новоиспеченный большой богач, Увикумнергвир, несколько богатых лавочников, которые как бы занимаются более такой широкой торговлей, оптовой, несколько коммерсантов, вот этих торговцев, которые торгуют сельскохозяйственными продуктами. Орехами, воском, медом, холстом, несколько крупных дельцов, которые оперируют частью деньгами больших богачей из половинной доли, да, то есть они как бы являются агентами, этими самыми, которые дают деньги в кредит, да, из половинной доли, а частью деньгами богатых арендаторов, живущих в окрестностях города. В таком городе есть помещик, называется у него князь, и его усадьба. Ему принадлежит город и десяток окрестных деревень. То есть речь идет о местном шляхтиче, в Подоле это было довольно часто. Это называется ключ, да, это как бы административное польское название. Как кто-нибудь, кто пользуется уважением в помещичьей усадьбе, держит городскую аренду или даже аренду всего в придачу. То есть есть какой-то еврей, который, вообще говоря, держит на аренде всю эту область. Есть в таком городе и крепкий еврей, состоящий в дружбе с капитаном-исправником. То есть есть некий посредник русской власти, который знает русский язык и понимает, как там устроена власть, и может там помочь как-то через, конечно, какую-то мзду в отношениях с русскими властями. То есть тут получается некое двоевластие. С одной стороны, административная власть, скажем так, полицейская власть русская, а реальная власть как бы еще польская, помещичья. Есть там и сутяга, таскающий город и общину по местным судам, иногда доходя и до губернского. То есть, опять же, постоянное судебное дело. Ну, вот в «Мертвых душах» это видно, да, там они все время судятся. Это нормальное состояние. Помещик стремится заполучить к себе в город на жительство хорошего еврея, имеется в виду хасидский цадик, гутреид. Чтобы был там хасидский ребе, поскольку от того, что евреи ездят к нему, увеличивается продажа водки, пива и медовухи. Все это принадлежит помещику, и он получает доход. Есть в таком городе содержатель винного погреба, часовщик и доктор, кантор бывший и нынешний, фактор, сумасшедший, брошенная жена, общинные служки и сарвер, человек, который обслуживает всякие кейтеры по-русски, да? Обслуживает всякие, значит, банкеты, там, свадьбы, готовит еду, приносит ее. Вот. Есть в таком городе и братство портных, погребальное братство, братство изучения Мишны и беспроцентное судное товарищество. Я забыл упомянуть, очень важная институция, это называется Гмилас Хесед, это беспроцентное судное, значит, касса. В таком городе есть синагога и бесмедрош, то есть есть большая синагога, есть бесмедрош, иногда еще и клоис и хасидский штибл. То есть есть, значит, синагога, есть этот самый дом учения, есть клоис частный и есть хасидский штибл. И если вдруг кому-нибудь взбредет в голову назвать такой город местечком, то есть штетлом, то это наглец или дурак. То есть, вообще говоря, я не думаю, что есть или были люди, может быть, были, но мало, которые бы вот говорили
вот у нас здесь штетл, у нас здесь город, у нас здесь что-то, вот там это штетл. Я родился в штетле, мои родители из штетла, здесь когда-то был штетл, сейчас у нас город, 100%. Называть себя штетлом – это, в общем, унижение. Я не знаю, вот в моей практике никто, вот когда спрашиваешь, там, Балта – это что, это местечко? Нет, это город. А там Бершинс – город, конечно, город. А бывает, что штетлом они называют, но это же позднее, они называют вот еврейскую часть. Вот это вот у нас город, а вот это вот у нас в центре города штетл. Тоже, мне кажется, такое более позднее конструирование. И последнее. Большим городом называется место с парой тысяч домохозяев, с каменными домами помимо каркасных. Это уже совсем другое дело. Здесь иной может похвастаться при встрече с жителем другой улицы, что он его поприветствовал, приняв за чужого. Да, то есть, если вы встретили кого-то, кто живет в этом городе, но на другой улице, и вы его не знаете, вот это признак большого города. Да и правда, кто в таком большом городе может отличить своего от чужого? Там так много народу, что невозможно знать всех. Вот это его типология, которую он совершенно сам придумал. И он придумал на основе этой типологии некий фиктивный город. Вот это тоже его, мне кажется, такой замечательный ноу-хау. Город, значит, в его романе существуют города Бердичев, который, безусловно, большой город, который, по сути, тоже владельческий город, и, в общем-то, местечко, не сильно отличающееся от прежних в конце 18 века, но вот в конце 18-го, в начале 19-го он необычайно пухнет и растет за счет ярмарки, за счет денег, которые туда достигают, становится региональным центром торговли зерном, прежде всего, из этого вырастают деньги. Дальше вводится очень важная институция Николаем, это вот акциз, так, государственная монополия на водку, которая отнимается у помещиков и передается в руки евреям. И из этого вырастают первые крупные еврейские капиталы, типа барона Гинзбурга. Когда оказывается, что, вообще говоря, государство должно, естественно, обеспечить сбор этих налогов, то есть оно должно помогать этим самым акцизникам эти деньги как бы получать, возвращать. То есть оно должно, как бы, полиция должна как-то им подчиняться, они должны нанимать штат каких-то своих сотрудников. Потом эти все доходы, в общем, довольно серьезные доходы превращаются в какие-то банковские капиталы. И потом уже в втором-третьем поколении вырастают там какие-то еврейские меценаты, интеллигенты, которые поддерживают экспедиционского, там, соответственно, вот то, что называется барон Гинзбург, да. То есть вот это очень интересно, что при том, что николаевская политика, так сказать, в культурном, религиозном плане была довольно такой дискриминационной, в экономическом плане она была довольно либеральной, она давала возможность, вообще говоря, которую в Польше евреи не имели, она давала возможность действительно нескольким семьям создать очень крупные капиталы. И Бердичев был одним из мест, где вот это вот все как бы, Гальперин там был такой, значит, банкир. Вот. Поэтому судьба этих местечек разная. Некоторые как бы становятся более захудалыми, особенно когда железные дороги развиваются. И все это у нас как бы в еврейской литературе отражается. Да. И что придумал Оксенфельд? Он придумал, значит, у него там есть Бердичев, у него есть Меджибош, довольно тоже большое место, действительно тогда большой город. А дальше у него есть некое абстрактное местечко, которое он называет замечательным словом Лойгаяполе, значит, Лойгаяполе. Что он делает? Он берет окончание поля, там, Краснополье, Белополье, Ямполь, которое как бы с одной стороны поле, с другой стороны полис, греческий, там как-то вот так. Но это суффикс, который как бы обозначает населенный пункт. Лойгая не было, да? По-русски в одном из вариантов он его называет местечко небывалое. То есть еврей, местечко, оно как бы есть, его как бы нет. Вот, то есть оно как бы подвешено в воздухе. В принципе, уже тогда он понимал, что вот вся эта экономическая, социальная, политическая структура, она уходит в прошлое, она ненадежная. Вообще говоря, чем дальше, тем сложнее этому местечку будет уцелеть вот именно в таком вот статусе, поскольку доминирует город, строятся железные дороги, развивается промышленность. Конечно, местечко с ней конкурировать не может. Им изменяется система там, экспорта-импорта, Одесса становится главным центром зерновой торговли по морю, так сказать, Бердичев теряет свою привлекательность. Здесь, в этих краях развивается промышленность, кожевенная промышленность, там начинают там, шить одежду, начинают шить сапоги, значит, привозить их в деревню, швейные машинки, в общем, все как-то вот начинает двигаться, и местечко, но это, конечно, позже, но он первый, кто понял, что, вообще говоря, местечко – это фикция. Вот что вот это вот еврейский, так сказать, Иерусалим – это фикция. И вот в его романе, я не буду
для экономии я и так уже час говорю, но не знаю, как у нас со временем. У меня еще очень много. И времени много. Хорошо. Вот, но вы можете спокойно ходить туда-сюда. Значит, у нас есть в Рабане Оксенфельда несколько элементов, которые потом начинают повторяться в других романах. Роман, безусловно, читали еврейские писатели, читали очень внимательно, и вы с ним состояли в неком диалоге. Что у нас тут здесь происходит? Значит, местечко представляется собой, как я уже сказал, как некая фикция, некая абстракция. Да? Их много, они все одинаковые. И дальше местечко представляется как в каком-то смысле некая замена, некая такая, конечно, совершенно неадекватная, но вот некий Иерусалим в изгнании. Некая вот, ну вот Иерусалимов их много, да, там Иерушалаим де Лита это Вильнюс, там Иерушалаим де Волынь это у нас Бердичев, не то, что он один там Иерусалим, вот это вот идея, что евреи после изгнания унесли с собой вот какую-то такую вот святость, и вот где бы они ни были, они эту святость там, значит, воспроизводят с помощью своей вот этой вот организации общинной, такая вот Кирилак душа, святая община, а синагога это как бы в малый храм. Вот вся вот эта вот образность, она здесь присутствует. То есть местечко это Иерусалим. Да. Их много, этих Иерусалимов. Он сохраняет вот эту вот суть как бы Иерусалима до того момента, когда придет, значит, Машиах и вернет нас всех в Иерусалим. Мы там вот из этих кусочков мы соберем большой Иерусалим. Скажите, а переводы Оксенфельда на русский существуют? То есть вы зачитывали свой перевод? Да, да, нет, не существует. Он написал пару рассказов по-русски сам. Вот. А вот Небываловск откуда? А вот у него есть пьеса, которая тоже происходит в местечке, видимо, в том же. Но она называется «Небывалая». И по-еврейски. Вот. Небывалая. Небывалая, да. Но еврейскими буквами. Пьеса называется «Der erste jüdische Rekrut», «Первый еврейский рекрут», о том, как еврейское общество сдает, значит, в солдаты своего такого шалопая, который их всех достает тем, что он сочиняет на них всякие смешные стихи, и, в общем, надоело, они его обманом сдают в армию, а ему русский этот самый офицер говорит: «Ты вообще дурак, что делаешь, что ты не понимаешь?» А тот говорит: «Ну, вроде как ничего страшного, ну, хорошо, сам пошел». В общем, интересные такие у них отношения. Вот. А, значит, это Иерусалим. Да. Дальше, что у нас произошло с Иерусалимом, как бы в еврейской истории? Ну, что с ним произошло? С храмом, да. С храмом что произошло? Разрушен. Сгорел он, да? Вот он сгорел, и местечко горит. И понятно, что местечки горят. Вот. И вообще говоря, пожар в местечке – это очень важная веха во времени. То есть отсчет времени ведется от последнего пожара или предпоследнего пожара, или там, когда что-то еще было, пожар. Пожар – это совершенно естественное, конечно, дело, потому что, в значительной части это было от субботних свечей, которые нельзя гасить. Значит, огонь распространяется. Дальше, если мы строго следуем, так сказать, талмудическому праву, то, в принципе, в субботу гасить огонь нельзя. Его можно гасить только если существует прямая угроза жизни. И это все там регламентировано строго. Значит, если у нас там горит соседний дом, а мы из своего дома вышли, и там никого нет, то все. То все сгорается. Пока там нет угрозы, непосредственной угрозы для жизни. Но я не думаю, что это прямо вот так вот уж все делалось, но поскольку эти деревянные дома, которые были как бы друг на друге, очень узкие улицы, поскольку место было все-таки дорого, плотная застройка, то они как бы выгорали. И этот пожар тоже каким-то образом присутствует в еврейской литературе всюду. Шолом Алейхем, помните, козреловские погорельцы. Это вот такая вот беда, которая этот Иерусалим постоянно... То есть Иерусалим, он сам себя воспроизводит, он же сам себя как бы уничтожает. И это вот вторая часть этой метафоры. И третья часть этой метафоры Штетла, это что, собственно, произойдет в конце веков, когда все это кончится. Когда придет некий, значит, Машиах. Вот, мы его не узнаем. А Машиах, бывает Илья, значит, пророк Илья, который тоже как бы перед Машиахом приходит. И вот в литературе о Штетле этот мотив все время по-разному обыгрывается, что вот этот Штетл, который, вообще говоря, подвергается опасностям, сгорает, но вот какое-то спасение придет извне.
И мы не знаем, кто это будет. Поэтому в романах все время появляется какой-то персонаж, который, значит, приносит какую-то новую идею в Штетл. Или, может быть, каким-то чудесным образом он его спасает. Вот на этом, значит, строится сюжет и некая интрига. В частности, в романе Оксенфельда это построено на том, что там есть главный герой, который работает помощником Меламеда. Он не может стать Меламедом, пока он не женился. Значит, только женатый человек может учить детей. А он работает помощником, носит через грязь, значит, маленьких детей к Меламеду в Хеде. А зовут его интересным образом, который вам будет, наверное, интересен, зовут его Михаил Мацеева. Вот. Фамилии там нет, там есть прозвище. Значит, почему его зовут Мацеева? Потому что он ходит прямо. Вот. Потому что он ходит, там написано, прямо, а не как все евреи, головой вперед. Значит, и этим он выделяется уже своей осанкой. Дальше он знает цифры, что его тоже очень сильно выделяет, потому что там счет велся очень интересным образом, для меня непонятным, кружками и палочками. Они писали мелом, они каким-то образом кружками и палочками считали, цифрами не пользуясь. Ну, еврейские буквы как бы работают как цифры, но как для счета они непригодны, да. Вот как-то они кружками и палочками так ловко считали, что лучше, чем цифрами. А он цифры знал, поэтому он мог, вообще говоря, иметь дело с русскими властями. И он умел говорить по, это называлось, знаете, москвитериш, да, по-московски, то есть по-русски. Как бы русский язык, это, в общем, не московский язык, это вот местный язык. Это вот интересно очень. Как и здесь. Я думаю, что это очень много вот таких вот интересных каких-то таких архаизмов сохранилось. В принципе, вообще Русь это как бы не Россия. Русь, там Русей много, и мы точно не знаем, что это было такое Русь. То ли это форма правления, то ли это какая-то территория, то ли это конгломерат разных этих самых Русей. Поэтому, ну, русское воеводство, допустим, в Польше, львовское, да, то есть... Это как бы слово было узурпировано в каком-то смысле России, и дальше уже для нас русский это как бы российский, этот русский мир. Но в принципе вот в местном обиходе это не то. Вот Москва это понятно, как там Москва. Вот, и он, так сказать, тяготеет к этим самым русским властям. И с ним случается у него проблема там с местными. Он там вроде бы в пост 10-го Тевета по каким-то соображениям что-то съел, мелкое. Зачем он съел, непонятно, но там на него, значит, сразу его потащили к Цадику, и Цадик на него наложил какую-то невероятную... Значит, штраф, посчитал там гематрию, какие-то там 1000 рублей ему насчитал, и он понял, что, в общем, ну их нафиг. А тут как раз война случилась с Наполеоном, русские офицеры, и они им говорят, там нужно там то-се, лошадей, там он им как-то это все достает. Они говорят, ты молодец вообще, пошли с нами. И он едет с ними, работает поставщиком, там встречается с крупными еврейскими поставщиками, там интересная история, была такая семейство Дилан, там он присутствует, а перец. Значит, этот самый, вот это вот Шкловский, как бы, такая, скажем так, мафия Шкловская, которая в самом начале, после первого раздела Польши, очень здорово, как бы, выросла на коммерции с Россией. Дальше он видит, как устроена жизнь в Европе, в Бреслау, 10 тысяч евреев, на евреев не похожи, культурно одеваются, цены дешевые, чистота, пиво, значит, приносят вместо нашей корчмы, вот, музыка играет в пивном саду и в театр. Он приходит, и он понимает, что вот с помощью театра он сейчас вернется к себе в Меджибу, что там у него еще девушка есть, там интересный очень сюжет, который вот ждет этого Штерн-Тихла, что он ей в приданное его даст. У него, конечно, денег нет на Штерн-Тихл, что-то он заработал, но глупо как бы все вбухивать в этот идиотский Штерн-Тихл. Поэтому он ей покупает фальшивыми, значит, жемчугами. Вот, и она-то не понимает этого. А это здорово, как бы новая идея, что фальшивые драгоценности, они хорошо как бы работают, потому что выглядят как настоящие, там они в провинции не отличат, а деньги как бы капиталом работает. И он устраивает замечательный спектакль в Меджибе уже с разоблачением Ребе. Вот. То есть он выступает в роли вот такого как бы носителя прогресса, некой мессианской фигуры, которая возвращается в Штетл. Это значит автор Ребе, который там, видимо, Оксенфельд какие-то личные были с ним счеты, потому что он его там вывел уж очень отрицательно. И вот эти три элемента, они как бы дальше у нас как бы работают. Но Оксенфельд как бы так сложилось, что он не смог стать как бы основоположником в силу того, что не мог он напечатать свои произведения, они погибли. И остался только один этот роман, который написан не то, чтобы он там уже здорово так написан, довольно так деревянненько он написан. Он так не очень как-то понимал еще, как это все писать. Но интрига и сюжет там, и, конечно, этнография там очень сочная. И вторая фигура, которая возникает в значительной степени, так сказать, по следам Оксенфельда, это Мендель Мойхерсфурим, соответственно, Шолом Янкев Абрамович, да, который родился в Кополе. У него был отец довольно богатый человек, он как раз держал аренду
на кошерное мясо. То есть, значит, он платил сразу там большие деньги, а потом он собирал этот самый налог. Но там был какой-то экономический кризис в 40-е годы 19 века, связанный еще с тем, по-видимому, что они там производили такие специфические женские головные уборы, как мы из льна. Вот. И на них мода как-то в Вильно, значит, прошла, и это их такая была специализация. Но еще какие-то были, видимо, причины. И отец как бы не смог эти деньги получать, и обеднел, и умер от расстройства. Мать вышла замуж там второй раз, как правило, так сказать, браки. Вот. Что еще важно для понимания, так сказать, еврейской, специфики еврейской жизни и многочадия, это то, что развод был совершенно нормальным делом. Поэтому можно было, так сказать, если не было детей, то, как правило, нужно было разводиться, значит, а дальше там дети от разных браков появлялись. То есть то, чего как бы не было, конечно, монастырей, то есть не было оттока, так сказать, продуктивного населения. Вот. И вообще говоря, вот это многочадие было главной такой митцвой. Поэтому местечки, в общем, оказались довольно быстро перенаселенными. И поэтому, конечно, обеднили. Вот. И вот дальше этот подросток Абрамович, мы не знаем, когда он родился, потому что его не записали в силу там всяких, значит, рекрутских дел. То есть нет у него точной даты рождения, там 35-й, кажется, год. То ли он сам так говорил, то ли официальная дата. И он отправился странствовать по ешивам, вот здесь, вот как бы в Западной Белоруссии, вот в Слуцке он был. И бедствовал, учился, и, конечно, у него были какие-то невероятные способности. Да, но как-то реализовать он их здесь не мог, а с, как я уже говорил, с какими-то, значит, разбойниками, бандитами, нищими он отправился на Украину. По дороге они его обженили, получив за это какие-то деньги на некой сумасшедшей, значит, девушке. Вот, то есть он, в общем говоря, хлебнул, так сказать, горе, да? Но ему повезло, что в городе Каменец-Подольский он встретился с Готлобером, таким старым маскалом, который как-то ему взял его вот немножечко так под свое крыло. Он, видимо, очень быстро выучил русский язык и немецкий, безусловно, иврит, Библию, то есть он знал, ну, у него абсолютная была память. Удалось ему избавиться от этой, значит, жены. И вообще у всех маскелов первый брак окончается разводом и какой-то сложной там драмой, трагедией. В конце концов, вот, попал он в эту какую-то систему вот этих маскелов, как бы поддержки, и его женили на дочери довольно богатого бердичевского нотариуса, да, купца Полина Левина. И он уже вот в таком приличном возрасте, ему было за 20 лет, он оказался в Бердичеве на хлебах у своего тестя и сумел, так сказать, значит, как-то оглядеться, а увидеть, как бы, как, вообще говоря, еврейская жизнь отстает, так сказать, от современных стандартов, и уже это, как бы, эпоха Александра, всяческие идеи реформ, еврейских реформ, образования. Он начинает писать на иврите статьи о реформе образования, необходимости, значит, того, как избавиться от этой вот системы, так сказать, чистого какого-то зубрежки, хедера, чтобы чему-то учить полезному и девочек учить. Ну, становится, так, не очень известным, но печатается он в одесском журнале, «Гамелиц», первым таком современном, как бы, издании на иврите. И тут ему приходит в голову идея писания художественной литературы. Вот он начинает, первый роман он пишет на иврите, в 1862 году он выходит. Называется он «Лимдурейтев», «Учитесь делать добро», скажем так. И это такой, да, дидактический роман, «Отцы и дети», во втором издании он назывался «Отцы и дети». И там как бы борьба поколений, старого консервативного, нового прогрессивного. Но чтобы это все оживить, конечно, нужно, чтобы люди разговаривали. А разговаривают они, конечно, идиоматично. Да? А если мы начинаем на иврите как бы сочинять идиомы идишские, то они не очень понятны. И оказывается, что вот он текст на иврите, а в примечаниях там на идиш объясняет, что это такое. Там, там хочет там тарелочку с неба, да? Салахат не нашамай. А теллеров не имел, это уже понятно. И вот эта вот проблема его как бы явно мучила, потому что, ну, нельзя писать роман. Первый роман на иврите, написанный в 56-м году, кажется, «Мапу», «Агават Сион», «Любовь Сион», это библейская такая вот фантазия романтическая, составленная как пастиш из библейских текстов. Это все легко сделать, но когда вам нужно современных персонажей заставить говорить, ну, не говорят они на этом иврите, да. А на идиш они, конечно, говорят, но на идиш писать как бы порядочному юноше с амбициями, в общем, как-то западло, потому что сразу его не перестанут уважать.
Тогда он выдумывает гениальный псевдоним, даже это не псевдоним, а некую фигуру, как бы альтер-эго. Такое у него вообще говоря, я думаю, что в современной, как бы сказать, терминологии у него был этот вот, как он называется, не Альцгеймер, а другой, ну, Альцбергер. Да, вот, Альцбергер он был. У него было раздвоение личности совершенно четко, это и в письмах видно, вот, от которого он страдал. И он придумал второго такого персонажа. Он сам Абрамович, он такой литвак, гибраист, как бы строгий такой, на картинке он такой с маленькой бородкой в очочках. А у него есть как бы другой персонаж, значит, Мендель Мойхерсфорим, который толстый, бородатый, потный волынский еврей, который ездит своей лошадью и телегой по Волыни и торгует книгами. Причем он торгует разными книгами, религиозными и всякими светскими, сказочками. Он одновременно собирает истории и эти истории издает. То есть это очень сложная конструкция. Он, в общем, был очень хорошо начитан в европейской литературе 18-го, начала 19 века, которая любила всякие такие вот многослойные романные конструкции. Значит, этот самый Реб Менделя, он, как правило, начинает свой рассказ, что вот ехал он, вот с ним такое-то случилось, того-то он встретил, а потом это там может прерываться и какая-то другая история вставляться. То есть Мендель, он создает такую рамку. Он как бы и герой, и рассказчик. И иногда он выступает более как герой, иногда он выступает более как рассказчик. Виртуозное владение всеми регистрами языка, очень такая жесткая критика как бы всех общинных порядков, этой самой общинной олигархии. Любовь, так сказать, к языку, к природе, к бедным людям, какая-то такая душевная теплота. В общем, там как бы есть дидактика, есть развлечение, есть чистая эстетика. Как бы он все эти три вот момента он сочетал. Сначала это небольшие повести, потом он их переписывает. И, в общем, за 20 лет, с 62 по там, 81, то есть вот эпоха Александра II, это период его рассвета, когда он написал свои лучшие романы, значит, «Маленький человечек», «Фишка хромой», «Путешествие Вениамина III», «Заветное кольцо» и «Клячо». Вот это вот пять его романов, такой цикл как бы Менделя. Все они объединены этой фигурой Менделя, и они объединены местом действия. Место действия определено как некая такая вот страна, конечно, тут он очень много взял у Оксенфельда, в центре столицы этой страны является город Глупск. Вот. Салтыкович Щедрина, он, безусловно, внимательно читал. Город Глупск – это у нас Бердичев. Вот. Это как бы квинтэссенция вот этой вот еврейской глупости, скажем так. Вот это вот город, где все сидят друг на друге, все шустрят, все жулики, грязь. Коррумпированная олигархия, молодых девушек хватают и продают в Константинополь, значит, в борделе. В общем, опасное место для простого местечкового еврея. А окружено это все разного рода городами, крупнее, меньше, мельче, местечками. Да, на иврите этот город назывался Ксалон. Значит, Тунеядовка, Капцанск, вот эти местечки, которые не имеют как бы конкретной привязки, но они такие вот абстрактные местечки. Больше, меньше. Город есть Тетерев, который город Житомир, сколько на реке Тетерев стоит. У этого Глупска есть своя история мифологическая. Евреи плыли, значит, в Индию при царе Соломоне, какой-то золотой клад, а приплыли они, значит, плыли по реке Гнил опять, там она у него называется Пятогниловка. Они приплыли в какие-то невероятные, значит, роскошные края и основали там вот этот великий город Глупск. Да, ну хорошую реку, так сказать, не назовут. А у него она называется Пятогниловка, да? Вот. А вот на окраинах, скажем так, этого города, куда, в общем-то, эти евреи иногда попадают, озираются в ужасе по сторонам и убегают, есть города, значит, город Одесса и город Днепровец, соответственно, Киев. Интересно, вот, я думаю, что «Фишку хромого» Вениамина III и «Маленького человечка» читали многие, да, «Заветное кольцо», скорее всего, нет, советская власть, по-моему, по-русски не издавалась, и перевод слабый. А «Кляча» и вообще, это абсолютно гениальное произведение, то есть это вот Пелевин как бы совершенно отдыхает. Вот, это абсолютно невероятный совершенно, вообще говоря, фантазии. Сам, собственно, Абрамович, этот самый, он жил в Бердичеве, потом он написал там такую злобную пьесу «Такса». «Такса» не собака, а налог «Такс», которая вот так разозлила олигархию, что, в общем, ему пришлось бежать. Ну, это, может быть, какая-то легенда, он переселился в Житомир. В Житомире была раввинская семинария, он надеялся получить там приличную должность, но у него это не получилось. Никакого образования формально у него, конечно, не было. Но ему удалось в 81-м, кажется, году получить должность заведующего Талмуд Торой в Одессе.
Талмуд Тора это в местечке, это школа для бедных и сирот. То есть, как бы самое такое низшее начальное учебное заведение, просто их выучить самым базовым таким началом. То есть, приличные люди платят за хедер, а это уже вот как бы совсем. Но в Одессе, поскольку община там была построена по такому европейскому принципу, Талмуд Тора была вполне приличной европейской школой. То есть это была порядочная должность, даже с каким-то там, мне кажется, государственным каким-то таким оттенком. Вот. И переселившись в Одессу, в общем-то, у него случился кризис и как бы личный, потому что сын его там крестился, и потом в тюрьму попал по политическим мотивам. Кстати, его внук Абрамович, это очень интересная эволюция, был одним из первых русских пилотов и погиб в 13 году, перелетая из Петербурга в Берлин. Он еще был жив. То есть от Раби Нахмана до самолета, да, одна такая жизнь. А Оксенфельд, который жил в Одессе, умер в Париже, где его сын был врачом и профессором Сорбонны, и перевел, сын его перевел былое и думы на французский язык. Да. То есть как бы одна такая жизнь. Вот. И, значит, Абрамович постоянно переписывает эти свои тексты. Вот есть три, иногда четыре редакции. Они расширяются, он добавляет новые подробности. Поэтому это очень интересно. Эволюция этих текстов и, соответственно, его всяких идей о литературе. И он понимает постепенно, что, вообще говоря, он классик. Он, так сказать, основоположник. Он, вообще говоря, нечто такое придумал, чего раньше не было. Он придумал литературу, он придумал ее как бы вот, вот такое пространство, он придумал персонажа, он придумал, как об этом говорить на идише. Потом он подумал, что, вообще говоря, идиш как бы временное явление. Поэтому все это он переложил на иврит, придумав параллельно вот некий вариант иврита очень интересный, который, так сказать, адекватен был вот этой самой литературе. Потом он это все переписывал, переводил с одного на другой. При этом работая очень таким, в общем, консервативным таким чиновником, как бы вот без всяких таких шуток, которые он позволял себе в литературе. А он, вообще говоря, был очень предан царю и отечеству, там не позволял никаких по этому поводу разговоров. Его Талмуд Торе день начинался с того, что школьники выстраивались внизу, пели «Боже, царя храни», он спускался по винтовой лестнице вниз. Вот. И одновременно вот, это у нас был такой дедушка еврейской литературы, вот, который как бы ограничил это все пространство. То есть, когда Фишка попадает в Одессу, то он совершенно в ужасе, потому что там все совершенно по-другому, евреев там нет. А каким-то образом он оказывается в бане. В бане его просто охватывает полный ужас, потому что там какая-то кафель, чистота, много голых людей. Вообще не похоже совершенно на нашу местечковую баню. А дальше ему говорят на бульваре, показывают на двух французов и говорят, смотри, вот это наш Меламед. Он говорит, ну вообще что, идет француз. А на самом деле это Абрамович. Он как бы себя представляет в виде вот этого француза, одетый там по, соответственно, европейской моде, с маленькой бородкой. Для его героя это не еврей, это совершенно... Это все вот, вот этим вот заканчивается. И поскольку Абрамович жил до 17-го года, но практически он писал... перестал сочинять, в общем-то, оригинальные произведения где-то после 81-го, там разные вещи он пытался сделать, не очень удачные, больше писал на иврите, но написал интересные воспоминания, то появляется новое поколение, уже как бы по его следам, да, под его, так сказать, влиянием, и тут у нас появляется как бы новая фигура Шолом Алейхем. Да? Шолом Алейхем — фигура другого порядка совершенно, человек другого склада, который учился в русской школе, который, так сказать, уже вырос в Александровскую эпоху. И, собственно, что изменило его судьбу, в отличие от Абрамовича? У него тоже отец обеднел, мать умерла, отец женился из Переяслава, довольно приличного города. Они переехали в эту воронку, как бы такую дыру, из которого он потом создал свою Касриловку. И он нашел себе место, значит, учителя у богатого еврейского семейства, арендатора по имени Лоев. Вот, учить его дочь Ольгу русскому языку и литературе. Он ее хорошо очень учил, у них случилась любовь, и он на ней женился. Вопреки, в общем-то, желанию и воле, конечно, отца, поскольку, ну, ясное дело, что отец по-другому себя представлял. Но как-то отец с этим смирился, но вскоре и умер. Оставив, значит, соответственно, Шолом Алейхем огромное наследство, на которое Шолом Алейхем отправился в Киев, поселился там в очень приличном районе, записался в купцы, стал играть на бирже. И решил, что он сейчас придумает еврейскую литературу, что вот как бы он вот ее такую вот новую еврейскую литературу создаст. Ну, Мендель был, конечно, замечателен тем, что он написал нам много романов, но он не создал литературу как институцию. Он,
как бы основоположник. Хотя он лет на 20 его моложе всего, Шолом Алейхем. Но Шолом Алейхем решил, что он по-другому это все сделает. Что он на свои деньги издаст порядочный толстый альманах. Как вот русские такие серьезные журналы, где будут романы, стихи, будет критика, будет там поэзия, будет какая-то наука, история. Вот все в этом журнале будет на народном языке, а народ будет по этому всему учиться. И во все это вбухал довольно много денег, платил порядочные гонорары. Первый вообще раз этого, конечно, никогда не было. Приглашал всяких там важных людей. Написал очень-очень такое льстивое письмо Абрамовичу: «Вы наш дедушка еврейской литературы». То есть он его как бы в дедушке произвел сразу. То есть вы дедушку, вот вы знаете свое место. Вот. А Менделе, может, вы нам дадите свой роман. Вот, ну, знаете, там, мы просто без вас не можем. А Абрамович ему сказал: ну, знаете, Менделе, он такой у нас вообще какой-то такой человек. Давно я его не видел. Но я спрошу. Потом он, знаете, пришел Менделе, но мне неудобно написать, но он такую цену заломил. Мне просто неловко. В 5 раз больше он заломил там. Ну, понимаете, вы спросили Менделе, но вот я, так сказать, с ним поговорил. Вот такая, значит... Вот, Шолом Алейхем готов был платить. Он еще пригласил Переца, о котором он знал очень мало. Ну, это другая история, я потом к ней вернусь. С Перецем у них не сложилось. И он, значит, выпустил первый том, написал он для этого издания свой собственный роман «Стемпеню», как бы о народном таком музыканте. Такой роман сладковато-сентиментальный, романтический, дидактический для народа, как вообще говоря, про любовь, но такую хорошую любовь, ничего там плохого не происходит, как бы вот, чтобы учились. Интересно, что в предисловии написал, что это вот роман о еврейской женщине, это вот роман для народа, а в письме Дубнова он писал, что я вообще говорю, хочу вывести фигуру еврейского музыканта. Вот у нас такая есть интересная, значит, штука, вот народная музыка, про них мы ничего не знаем, это такой своя субкультура, у них свой язык, то есть тоже этнографически совершенно. Дубнова он по-другому совершенно все представляет. Для меня главный герой это вот этот вот музыкант Стемпени, вот я, так сказать, для культурных людей хочу это написать, то есть у него тоже двойная такая аудитория. А дальше, конечно, неизбежно на бирже он разоряется. Причем так по-крупному, что ему нужно бежать от кредиторов. Он бежит за границу, потом, в конце концов, там, через... сначала он бежит в Одессу, из Одессы он бежит за границу, и через пару лет его, значит, теща выплачивает из своей доли наследства этот самый долг, и больше уже с ним не разговаривает. Но он возвращается, соответственно, в Киев. Уже, конечно, в другом качестве, он уже должен зарабатывать своей литературой. И тут вот как раз у него и наступает расцвет. Тут он придумывает новую форму, которая соответствует современной форме телевизионного сериала. Это такие вот персонажи, значит, переходящие из одной истории в другую. В каждой истории есть свой замкнутый сюжет. И истории эти можно писать с разным интервалом времени, так сказать, между ними можно что-то вставлять. И таких как бы циклов он придумывает 2. Очень интересно, они идут параллельно. Значит, это Менахем Мендел, я думаю, знакомый многим, да? И Тевье, молочник. И это 2 как бы антипода. Значит, Менахем, оба, которые имеют в себе что-то от Шолом Алейхем. Менахем Мендел – это, понятное дело, такой вот шлемазл, который сбежал от своей семьи из местечка Касриловка. Соответственно, вот все эти выдуманные названия, Шолом Алейхем продолжает эту линию. Лыгайополе, Тунеядовка, Капцанск, Касриловка. Звучит смешно по-русски. И это сознательное обыгрывание, значит, что такое Касриловка, какое-то еврейское, ивритская как бы основа, да, Катриэль, да, Бог мой венец, Бог моя корона. Звучит как бы очень возвышенно, да, когда мы это произносим на иврите, а когда мы это делаем в Касриловку, звучит вот это вот обыгрывание высокого низкого. И дальше Менахем этот Мендел бежит от своей семьи, от детей, от тещи прежде всего, в Одессу, где он начинает, вот это как бы на самое начало вот этого вот финансового всякого там биржевого спекуляции, капитала, он торгует какими-то непонятными бумагами, он ничего в этом не понимает, он пишет гиперактивные такие какие-то письма своей жене, как вообще сейчас вот все эти бумаги он накупит, все ему говорят, вот это надо покупать, это Лондон там, и вот там какие-то мировые события, там Израиль, и сейчас он все продаст, получит много денег, вернется, мы заживем. Конечно, все лопается. А в Одессе жизнь невероятная, все бегают по улицам, едят мороженое в кафе Фанконе, поднимаются там на 10 этаж, целый день надо по лестнице подниматься, мужчины, женщины, все вместе. Жена очень беспокоится, пишет ему какие-то письма, вообще не понимает, что тут у вас происходит, чем ты там занят, чем ты торгуешь, вообще, ну тебе там... А он едет, собственно, свое приданное получать. Так и не получает его в Кишинев, до Кишинева он не доезжает. А эти
Ну, а деньги-то он вот как бы, нет, как часть он получил, да. Он их испускает там. Она не понимает, чем он торгует, и моя мама, значит, говорит все время на мудрость своей мамы, а мудрость мамы такая, что вот там, ну, типа, что креплах во сне – это сон, а не креплах. Да, вот. Это вот ее такая базовая мудрость, что, в общем, не надо никуда стремиться, никаких фантазий. И первый цикл кончается тем, что он разоряется, я пишу, все, еду домой. Дальше второй цикл начинается через какое-то время. Ехал домой, в Фастове мне встретился там один еврей, он говорит, вообще, сейчас вот мы заедем тут в Египет, значит, в Киев, там такие дела делаются, сейчас мы разбогатеем, все, давай. То есть сейчас приеду, но вот мы тут в Египте провернем какие-то операции, там русские какие-то деньги, облигации, то же самое. Дальше тоже, ну, еду все домой, типа, нам там с каких-то денег. А он пишет, не, ну, вот тут мне попалась такая книга, значит, оставил человек в поезде, там эти, ну, сватовства, то есть там какой-то такой вот база данных, значит, и он, я буду заниматься сватовством, там, в общем, в конце концов, он сватает двух женихов, понятное дело, да? Банальность, а? Фильм «Еврейское счастье», вот с Михоэлсом, который как бы из этого слепил очень, очень здорово, как бы там Менахем надо. Вот, а дальше он там начинает страховым бизнесом заниматься, становится писателем в какой-то момент, но он думает, ну так, типа, там, 10 копеек за строчку, в день я могу написать 10 тысяч строчек, умножаем. Еще были циклы у Шолом-Алейхем, которые не вошли в это каноническое издание, которые вот сейчас изданы были в издательстве «Книжники» 2013 года, когда он работает корреспондентом варшавской газеты «Хайнт». И очень интересная там вот, как бы картина политической жизни Европы накануне Первой мировой войны, всех этих самых событий там, в Балканах, в Турции, пропущенная через вот это сознание местечкового еврея Шолом-Алейхем. Совершенно, вообще говоря, гениальный текст, когда мировая политика как-то преломляется через... То есть он там в Америку отправляется, все это не вошло. Но, в принципе, можете представить, как этот формат работает. Всегда мы знаем, чем кончится, мы знаем... примерно чего ожидать, но мы никогда не знаем, какие там новые приключения у него случатся. Шолом-Алейхем, надо сказать, очень любил кино, и даже писал сценарий, но ничего из этого не вышло, когда он уехал в Америку. Явно он видел будущее, за этим будущее. А вторая как бы против этого дела. Да, то Косвеловка остается вне, то есть уже у нас герой попадает в Одессу, в Киев, и он уже не может вернуться в это местечко, потому что он уже как бы это местечко, там смерть для него. Теща, там, жена, дети, никакого там, понятно, выхода оттуда нет, бежать оттуда нельзя. Можно вот как вокруг него вращаться только по орбите. Главное бегать. Если не бегать, то тут погибнет. Но при этом, если ты бегаешь, то в общем ничего, хотя я все время разоряюсь. А Тевья человек другого совершенно склада, потому что Тевья тоже происходит из местечка, да? Если вы помните, вот это как бы, как правило, забывается, но вначале Тевья живет в местечке. И он там занимается тем, что он собирает в лесу дрова. И это, конечно, никакого ему дохода не приносит. Он их там продает, это, ну, жизни никакой нет. А тут случается с ним такое чудо, когда он там едет через лес, унылый такой, не знает, чем вообще порадовать семью, а вот попадаются на дороге две женщины, дачницы, которые, значит, в этом местечке снимают рядом, снимают дачу. Появилась там станция, значит, Бойберег, соответственно, Боярка, где ушел Шолом-Алейхем, была дача. То есть вот в местечко приходит железная дорога, она приносит, ну, поскольку это такое популярное киевское дачное место, туда приезжают, значит, семьи богатых киевских евреев, они там живут на природе, дышат свежим воздухом и любят, конечно, свежий молочный продукт. И вот ему там, он этих женщин привозит домой, они ему накидывают денег за спасение, он на эти деньги покупает корову и переселяется в деревню поближе к этому местечку и начинает как бы... доставлять им творог, сметану. В общем, в местечке не так много на это дело потребителей. И у кого есть там свое, то покупать мало кто будет. А эти люди платят порядочные деньги. То есть он оказывается частью уже городской экономики. Он совершенно не местечковый еврей. Проблема Тевья в том, что у него совершенно местечковое, такое очень патриархальное сознание. И у него есть 7 дочерей. Да? Вот 7 дочерей у нас откуда? У кого было 7 дочерей? Из известных персонажей. И 7 сыновей. Ну, говорили о нем. Ну, вы говорили о Йова, да? А Йов, да. То есть Шолом-Алейхем это как бы сериал на тему Йова, в каком смысле. Вот. Семь дочерей Шолом-Алейхем не сумел использовать, только 5 у него, и на него хватило. Он каждый там несколько лет печатает новую историю. С каждой дочерью понятно, какая будет история. Она влюбится в кого-нибудь нового. Значит, одна влюбляется в портного. Понижение статуса. Тевья все-таки себя воспринимает как бы средним классом. Вторая влюбляется в революционера. А третий вообще влюбляется, извините, в Гоя. Это уже как бы катастрофа. Что может быть хуже? Но вот это как бы вот действительно человек задачу себе ставит каждый раз, продвинуть эту границу. Что может быть хуже, да?
А вот хуже может быть, что она влюбляется в сына богатого, значит, проходимца. Ну, так то все это вокруг вот этих вот богатых, разбогатевших, значит, из Екатеринослава. А который, значит, вроде с ней как бы играется и говорит, что женится, и ты говоришь, ну все, сейчас вообще заживем. Вот, а кончает дело самоубийством. То ли она беременная, то ли нет, мы не знаем. Эта тема обсуждается в литературе ведьмы. Почему она, собственно, покончила самоубийством? То ли она прочитала Арцебашу. В общем, утопилась она. Причем Терри, бедный, про это даже не знает и не понимает. То есть все хуже, хуже и хуже. И, наконец, опять же, что может быть хуже, да? Вот куда, так сказать, такой челлендж. И последняя, которая уже в полной депрессии видит, что вообще произошло со всеми там предыдущими своими сестрами. Она думает, ну ладно, вот сделаю, как папаша хочет. И он ее сватает за некого проходимца в Киеве, вот, по имени Педоцер, который там его поражает зеркалами, там, дворцом каким-то, все, вот, уже кажется счастье, он ее навещает, а Педоцер ему говорит, знаешь что, папаша, вот, вам уже много лет, давайте вот я вам дам денег, а вы езжайте в Эрцисройл, типа, помирать, чтобы вы мне тут глаза не мозолили, неудобно мне тут, как бы, вас. И Тевья вроде как едет, ну, а потом оказывается, что он был, конечно, проходимец, там как-то разбогател на русско-японской войне, потом все потерял. И вот сбежал в Америку, а ее бросил. То есть, как бы, когда она сделала уже совсем как папаша хочет, получилось уже совсем плохо. И вот это вот как бы такой у нас как бы кризис всего этого местечкового сознания, как бы все варианты избавления, они все не работают, они все как бы приводят к тому, что ничего из этого хорошего не выйдет. Ну вот смотрите, я могу здесь остановиться, могу продолжать, если вам... У меня еще, в общем-то, много. Может быть, перерыв? Ну, давайте, продолжим. Или вопросы можем мы на этом. Потому что мы как бы классический период в каком-то смысле на этом деле закончили. А вы говорили про три параметра, которые особенно влияют на статус человека в местечке. Это образование, офис, а третье, что... Деньги. Ну, капитал, сколько он может, вообще говоря, вложить в это дело. В принципе, там проблема в том, что вот капитал, он был очень, его невозможно было, в общем-то, заработать. Можно было как бы унаследовать, приумножить, но вот так вот сильно разбогатеть, это уже 19 века. То есть эта система была довольно такая стабильная, перейти из одного статуса в другой было очень трудно. В плане социального статуса, ну вот есть домовладельца, балабосом, да, и есть какие-то люди, которые снимают жилье, вот что это за... Это вот, ну, во-первых, как бы ремесленники разные, да, есть ремесленники побогаче, победнее. И есть огромное количество вот непонятно кого, да, вот как бы деклассированного элемента. Людей, которые занимаются мелким маклерством, которые ходят торговать по деревням, которые вот уходят на всю неделю, значит, с воскресенья до пятницы, с какими-то там товарами в обмен на какую-то, значит, что-то там они скупают, щетину обычно, вот популярна свиная щетина, да, куда-то они приносят, которые просто вертятся на базаре и пытаются какой-то там мелким маклерством, просто нищие. Ну, есть какое-то наименование принятое этого статуса, вот применительно к нашим, там, Ишхашуф. А, типа был и босс, не был. Вот интересно. Вот интересно. Может ли быть такое? Интересно. Насколько как бы ремесленники выделялись. Ну вот на поздних мацевах есть всякие там ножницы, да, утюги появляются. Да, но вот насколько как бы это было, скажем так, украшением такое какое-то. Нет, как правило, это указание на профессию человека. И что самое интересное, иногда мы встречаем атрибутику профессиональную на надгробиях женских, и это указание на профессию, разумеется, не ее, а ее мужа. А вот зачем это указывать? Потому что это ведь не престижно, да? То есть вот. Да, там случаются совершенно комичные, ну, такие курьезные изображения, типа изображения бочки с водой, это водонос, спряженные в лошадку, вот как это было в альбоме у Губермана, то есть это водовоз. Да, казалось бы, это совершенно непочетная профессия. И стул, есть изображение стула, или сапога, например, если он был сапожником. Ну хорошо, но ремесленник ведь тоже может быть домовладелец. Может быть, да. Ремесленники есть тоже как бы разного класса, да, есть ремесленники, у которых есть там какая-то мастерская, они какие-то рабочие, которые там работают, а есть как бы наоборот сам, который подмастерье. И как разного такого, качества. То есть все-таки вот такого четкой дихотомии, такого разделения на два класса все-таки не было или было? Было. Было разделение на класс, скажем так, вот торговый. Вот любая торговля, любой бизнес лучше, чем ремесло.
работать руками, как бы это вот в Аскале это такая вот непрерывная, как бы вот идет у них такой долбеж, что вот евреи должны заниматься, и совпадает, конечно, с политикой русской прессы, продуктивизация, поскольку как бы коммерция дело считается паразитическое, то повысить, и Мендель на эту тему, престиж ремесленника, что они люди честные, работящие, как бы такие здоровые, а торговцы вынуждены там хитрить. И, ну, и все эти ремесленники были разного качества, были портные, которые шили, так сказать, там даже там для магнатов что-то, а были портные вот эти тандетники, латутники, которые могли только перелицевать или там заштопать, починить. И все это как-то проецировалось на место, конечно. Как бы, чем дальше от центра, тем, в общем-то. Ну, и... Париж такая глушь. Да. Да. Скажите, пожалуйста, вот заведение для женатых мужчин. Вот Мирская Ешива, по воспоминаниям, там учились американцы, которые приезжали с женами. То есть, вот как здесь развести, чтобы были отдельные заведения для женатых мужчин? Смотрите, тут вот эти ешивы, Воложенская, начиная с Воложенской ешивы, да, это как бы ешивы есть двух родов, скажем так, одно название, но есть ешивы, которые существуют при общине. Там порядочная община, там есть раввин, есть, так сказать, достаточно денег, чтобы содержать эту ешиву. Если она такая, как бы, богатая ешива, то она привлекает каких-то людей со стороны. Но она полностью на обеспечение, на иждивение этой общины. Да. А дальше вот после Виленского гаона, Рэб Хаим Воложенский, его ученик. И отчасти, может быть, эта идея была навеяна даже гаону Виленским университетом и иезуитской системой образования, колледжи, да. Они как бы понимают, что это все очень ненадежно, поскольку, ну, как бы от общин зависит благосостояние, хотят, не хотят, и, в общем, как бы поддерживать уровень талмудической учености таким образом трудно. Нужно создать некую такую супер-ешиву. И вот Воложенская ешива, мне кажется, 804 года, да, это ешива, которая становится, ну, скажем так, национальным университетом. Да? То есть она, деньги на нее собираются по всему там округу. Воложен сам по себе не в состоянии ее содержать, и там она не относится к городу Воложено, да, то есть город Воложен просто выбран там в силу каких-то обстоятельств. И там туда можно отбирать, там можно им какую-то платить мелкую там какую-то стипендию, то есть там можно поддерживать этот самый высокий уровень. А дальше возникает примерно по такой модели в ешивы, мне кажется, Мирская, там Лидская ешива, более модернистская. Новогрудок уже это самое, да. Хасидские ешивы. Хасидские какие? Хаббатские? Ну, здесь в Беларуси хаббатские и волынские разные точки. Там уезжали в садик, и там учились уже без женщин и детей, то есть на уровне университета. Это попозже, да. Хаббатские это позже. Хаббатские как раз тоже это интересно, как, да. Они уже собирают среди своего, как бы, контингента, который, в принципе, может быть, там, жить в основном в больших городах. То есть, это уже не такая вот местечковая ешива, понимаете? То есть это уже ешива, где она просто находится в местечке, но она не является как бы продуктом этого местечка. Поэтому там уже другие как бы правила. Там уже как бы, ну, как университет в каком-то смысле. Как иезуитский колледж, вот, скорее так. То есть я думаю, что вообще вот это вот нововведение контрреформации, когда иезуиты начали строить вот эти вот свои такие, по одной модели, понимая, что с этим только так можно бороться с реформацией, с православием. И потом это было перенято там и Кирово-Могилянской академии. И вот мне кажется, что в евреев тоже в каком-то смысле позже, но пришли к этой схеме. Спасибо. Я хотела спросить про молитвенные дома. Вы сказали, что в глубоком по улице Докшинской их было около 10 тех, что назывались домами учения. Почему так много? Интересно, потому что я не знаю, какие они были, но я думаю, что они были. Во-первых, было два раввина. Был, значит, вот Беснагетский раввин. Не очень хорошее слово, потому что как бы, они как бы не хасиды, но не то чтобы они. Вот, ну, обычный был раввин, да. И был хаббатский раввин. Вот, соответственно, конечно, хаббатская синагога другая, потому что они молятся по-другому. А, значит, дальше какие-то профессиональные, скорее всего. Ну так, мне кажется. Вот, какие-то там ремесленные. Бывало еще, что синагоги были в каких-то крупных городах по месту, так сказать, откуда приходили эти люди там. Но это уже как бы скорее в Варшаве. Землячество. Землячество, да, да, то есть землячество вокруг синагоги. В Иерусалиме сейчас можно встретить.
Да, это бухарские одни были из первых еще в начале 20 века. Они, собственно, они даже слово «бухарский еврей» было придумано в Иерусалиме, чтобы как-то себя назвать, потому что в Бухаре там они все бухарские, да. Я просто боюсь, что не до конца представляю. Это специальные дома, в которых только собирались молились, или это живые дома, в которых собирались молились? Нет, это специальные дома, но дом, обычный дом, в котором, скажем так, есть вот большая комната, в которой стоят столы и стулья. И, может быть, там еще там есть некий какой-то предбанник, там какая-то такая прихожая. Бывает, что там есть помещение вот там для женщин, бывает, что его и нет. В большой синагоге оно есть, сверху или сбоку. Маленькой, женщины, в общем, особо туда не ходили. То есть иногда они сидели, если их мало, за столом, там книги стоят по, значит, по стенам. Ну вот в Малахате была такая синагога, мне кажется, из-за того, что я видел. Вот в Славуте есть как кино про синагогу 88 года снятое, там вот так вот. Вот, они сидели там, значит, за столами, что-то они там учили. А потом, когда приходило время молитвы, в определенное время, туда можно было подойти там, с ними помолиться. Если это была большая синагога, там несколько дней, часов, там две или три, допустим, после полуденной вечерней молитвы разного времени. Да, разное, ну, люди там работают. Вот. Считалось приличным, чтобы вот в синагоге были вот такие места, где все время бы сидел 10 человек и учил, чтобы всегда был минимум, да, необходимый для корм, так сказать, необходимый для молитвы. Вот. Чтобы община могла себе позволить содержать вот этих самых батлоним, да, батлан, в смысле, в современном языке это бездельник, а в старом словоупотреблении человек, который вот может себе позволить не работать, а все время сидеть и учиться. А иногда ему за это платили, да. Вот, там... Это как-то вот престижно, чтобы вот все время там кто-то учился. Вот в любой момент можно было прийти и там, значит, поучаствовать в этом учении. У них был некий цикл, когда они прочитывали, значит, люди там попроще читали Мишну, но вот там как бы основной раздел Талмуда, люди по более образованию читали, там обсуждали более сложные вопросы. Вот, чтобы этот процесс происходил непрерывно. А дальше вот это, кстати, воложенская такая мистика. Она как бы такая меснагитская, не хасидская. У хасидов там цадик, он, значит, управляет всеми там высшими силами. А вот в этой как бы концепции, почему еще нужна эта ешива, что изучение Торы является некое мистическое, имеет некий мистический смысл. То есть вот пока вот евреи все время изучают Тору, они как бы вот тем самым как-то делают что-то правильное. Поэтому изучение Торы это состояние. Да. Она никакому нельзя ее выучить, она не ведет к какому-то конкретному результату. Надо этим все время заниматься. И это как бы главное занятие. Все, что там, ну, нужно там содержать семью, нужно заниматься делами, но все остальное время надо ее учить. И вот для этого этот самый дом учения их создан. То есть это не, ну, как бы церковь, куда люди приходят по определенным моментам, определенные обстоятельства, и там им священник как бы что-то такое проводит. Да? А здесь, в принципе, раввин, во-первых, он не обязан там присутствовать все время, он не ведет там молитву, он не является никакой такой вот знаковая фигура. То есть он там сидит на почетном месте, но обычно молитву ведет кто-то другой. Да, там какой-то... На празднике приглашают кантора, была такая странствующая как бы тоже профессия. Вот его там можно было пригласить за большие деньги, чтобы он красиво спел. Он там с хором приезжал, в большой синагоге мог бы послушать некий концерт. А мелодии они там как бы друг у друга как-то там заимствовали, или там в опере они их там улавливали. В общем, вот Хабад, например, Марсельезу освоил, очень важно было, да, Марсельеза занимает очень важное место, марш Наполеона, потому что они, потому что тем самым, что они отнимают у этого врага Наполеона главное, что у него есть, вот его нигун, да, его мелодию, и как бы ее превращают в свое что-то такое еврейское, они как бы ее очищают от всякой грязи и побеждают его. И когда вернули гимн советский в России, то раввин Дер Лазар написал, что вот это тоже правильно. Новая Россия, она, так сказать, от советского взяла эту Нигунова и как-то его так по-своему. Тоже так и сказал, да? Не так сказал, а тот же гимн старый. А, ну гимн-то старый, но чтобы хабадский раввин, так сказать, подвел под это дело такую базу религиозную. И у них эта самая Марсельеза, они поют. Так немножечко по-другому, но там так бодро. Ладно. Ну, в общем, да, Шолом Алейхем, я думаю, он как бы самый известный, конечно, писатель и легко доступный. И такой, в общем, живой, интересный. Но вот тут, переходя немножко к этнографии, можно сказать, что вот Теви, конечно, послужил основой для самого знаменитого мюзикла «Скрипач на крыше». Да?
я не знаю, видели его, не видели, но в Америке все его видели, потому что он входит в репертуар школьных театров. Значит, все играют. Это кино и мюзикл. И принципиальная вещь, которая там произошла, которую, в общем, поняли авторы, что ее нужно сделать, они этого Теви переселили вот из этой деревни, где он живет, они его переселили в местечко. И сделали его вот такой вот квинтэссенцией местечкового еврея. Если задуматься об этом как бы экономически, это бессмысленно. Потому что у него нету никакой клиентской базы в Штетле для его высококачественных молочных продуктов. Да? То есть это существует только в городской экономике, где люди готовы платить довольно много. А важно для них было показать его как вот часть этого коллектива. И если вот начало фильма, оно замечательно тем, что там все это происходило на базаре, и евреи торгуют между собой. Как бы. Там нет никого другого. Да? Но как бы, с точки зрения здравого смысла это невозможно. А с точки зрения фантазии это как раз так и есть. Да? Никого там больше нету. Они друг другу продают там это масло, сметану. Ну, как бы откуда деньги берутся? Вот. Так что вот у нас тут происходит некий интересный очень перелом. Вот на рубеже 20 века. Появляется писатель совершенно другого типа, который входит в эту классическую триаду, но он совершенно стоит отдельно, да? Это Ицек Лейбуш Перец. Значит, Шолом Алейхем и Абрамович, Менделя, они придумали в этот свой идишланд вот в этой вот центральной южной Украине, да? Там Киевская, Подольская, Волынская губернии. А вокруг железной дороги Киев-Одесса. Как бы, если посмотреть на карту Шолом Алейхемских всяких там передвижений, то это вот, вот юго-западная железная дорога, ее всякие ответвления, Гайсин там. А Перец родился и вырос в городе Замостье, значит, в совершенно никаком не Штетле. Вот, в городе, который построен по одному плану, совершенно уникальное явление ренессансной архитектуры, самый конец 16 века. Вот графу Замойскому пришла в голову такая, значит, красивая идея построить у себя такой итальянский город. По квадратной такой, вот прям как Манхэттен. Все там построено по размеру, все размеры, буквально окон, двери, все дома одинаковые, кратные, разбиты на четыре части, еврейская, армянская, православная, католическая, храмы, ратуша, главная площадь, колоннады. То есть вы едете среди, так сказать, колхозных полей и колхозов и приезжаете в какое-то невероятное совершенно пространство, которое окружено вот по периметру такой стеной. И когда там Перец в конце 50-х годов рождения, нет, начало 51-го года рождения, и когда Перец там растет в довольно богатой семье, то он никакого местечковости он не видит. Он не видит кривых улиц, он не видит грязи, он не видит, вообще говоря, вот этой вот сутолоки, толпы. Все упорядочено. Он живет рядом, по-видимому, он живет рядом прямо с синагогой, замечательный образец ренессансной архитектуры, редкая. Как бы он живет вот за границей. Значит, Замостье это в Польше Замощь, да. А с географической точки зрения этот город находится на самом краю как бы Российской империи. В принципе, он перешел там довольно поздно России. До этого он принадлежал Австрии. Ну, поздно, в смысле, не сразу после раздела в Польшу уже. Я не помню, в 15-м году или... Ну, неважно. Уже после Наполеона. И по хозяйственным своим отношениям он, в общем, связан со Львовом. И он как бы ощущает себя частью Галиции австрийской, а не вот этой вот Российской империи. Перец там благополучно живет. Он человек тоже необычайных способностей. Они все обладали фотографической памятью, по-видимому. Причем памятью и текста, и как бы образностью. Первое воспоминание, когда его отправили в Хедер учиться, ему там объяснили буквы. Его поставили в дома, как бы, ну как его там празднуют, как он 3 года он пошел учиться, или 4 года, его поставили на стол. И он говорит, я закрыл глаза и стал читать по странице, которую я запомнил. То есть это такой вот классический как бы феномен, да. И потом его отправили учиться в такой Штетл Щебрешин, рядом с Замостьем, который был действительно Штетл. Вот его детская травма у него была, как он туда попал, вообще какой там меламент был. Непонятно, зачем его туда отправили. Но он благополучно там познакомился и с европейской литературой, изучил кодекс Наполеона, как-то, видимо, российское законодательство освоил и стал таким практикующим адвокатом. Ну, не небольшим адвокатом, но достаточно. То есть у него был какой-то патент и жил достаточно, так сказать, там благополучно. Женился он на дочери местного Маскела, ради скорее отца, чем ее самой, потом он с ней развелся. С ним, с тестем написал стихи на иврите, Нюрочку. Вот, в общем,
жил, все было хорошо, и пока у него не отняли, непонятно почему, патент. Значит, он не смог практиковать свое право в 89-м, 90-м году. И ему нужно было искать новое пропитание. И тогда он стал, вот, странным образом, он стал еврейским писателем. Он отправился в Варшаву. И в Варшаве он познакомился с таким очень интересным человеком. Мне кажется, про него ничего так толком не написано. Был такой Ян Блох, или Иван Блех. Да. Это был крещенный еврей, один из богатейших людей, может быть, самый богатый человек царства польского, один из пяти, может быть, богатых людей России. Он строил железные дороги, он был банкиром. И у него были очень интересные собственные его идеи. У него есть, например, книга о будущей войне, в которой он предсказывает очень многие вещи, которые произошли в Первую мировую войну, которые до сих пор, вроде бы, в американских военных академиях изучают. А среди прочего, он решил устроить первую, вот действительно, первую экспедицию по изучению еврейского местечка с целью сбора статистических данных, поскольку это ему было нужно. Он, в общем, был настроен очень как бы благодушно, несмотря на то, что он был крещен, но он хотел всячески помогать евреям. И он, значит, решил, что он на свои деньги отправит какое-то количество вот таких вот как бы собирателей, собирать информацию о жизни евреев экономическую, какой у них доход, сколько домов в местечках, там, чем занимаются, как-то это все каким-то вопросному там листу, значит, спрашивать их, и в результате показать, что, в принципе, евреи бедствуют и не являются как бы паразитами. То есть там была политическая такая задача, показать, прежде всего, полякам как бы, рост польского национализма, ощущение, что евреи, как это называлось, живут в порах польского общества, что они как бы паразиты, их надо как-то изгонять, что вся эта посредническая торговая деятельность только, соответственно, разрушает и не дает польским крестьянам как-то экономически подняться. Вот. И Перец вместе с Нахумом Соколовым, который потом стал важным сионистским деятелем, редактором газеты «Ацфера» варшавской, они отправились вдвоем опрашивать, так сказать, евреев в Люблинской губернии, в Томашовском повете, уезде. Да? То есть это такая самая, в общем, затхлая такая часть царства польского экономически. И для Переца впервые, в общем, это было вот каким-то откровением, как вот эти евреи, собственно, живут в этих местечках. Да? Они собрали какие-то данные, потом ничего из этого не вышло, но Перец написал вот отчет, скажем так, об этой экспедиции под названием «Картинки из путешествия в провинцию в Томашовский повят». То есть это было в каком-то смысле опись, скажем так, его полевых записей, можно так это себе представить. В виде рассказа, коротких таких вот, одна-две страницы зарисовки. Причем интересно, что он очень четко понимал свою позицию в этом смысле. Он не играл ни в какую народность, он не пытался говорить народным языком. Он понимал, что он приехал из Варшавы, он понимал, что эти люди видят в нем немца или какого-то чужого. Вот. И он понимал, что помочь нам никак не может. Он подробно описывал, что он увидел, вот столько-то домов, вот такой-то доход, а вот до пожара было так, а потом сгорел. И все. И какая разница, что эта статистика нам говорит? Ребетсон, значит, вдова делает мыло, да, там, поташ. Как-то там мыло делает, доход там 3 копейки, бедность вообще полная. То есть вот это вот, на основе холодных таких наблюдений, фактов, он создает, дает нам картину полного, так сказать, упадка, полного конца. Причем интересно, что вот этот вот мотив пожара постоянно там присутствует, потому что все время до пожара было одно, после пожара другое. О чем мы говорим, да. А второй это мотив интересный очень избавителя, потому что он на него смотрит, вот приехал, богатые евреи прислали нам вот это, вот он нам поможет. В общем, он понимает, что он нам не поможет. А они этого не знают. Смешные разговоры, когда он приезжает на рынок, я забыл, как Тишевец, и там слышит, как, тоже интересно, он записывает, что бабки говорят, да, и он пишет, одна бабка говорит, во, наш избавитель явился, вот прислали нам, Бог прислал. Она говорит, ну, если Бог хотел, чтобы он вот такого прислал, да. Вот, то есть, очень интересная такая авто у него рефлексия на тему о том. Причем это тоже совершенно придумано все, у него нет никаких как бы образцов, он, конечно, не учился, никаких семинаров, там, сефер. Вот. И пишет он это на идише, но не для этих людей, он пишет для уже варшавской как бы публики. И четкое осознание польского еврейства отдельно от украинского. Это он пишет в письме Шолом Алейхим, что у вас там свои евреи, у нас свои, мы слова берем из другого языка. И я понимаю, что то, что я пишу, вам чуждо. То есть вот у него очень четкая идентификация именно с царством польским. Вот. А
он пишет дальше в каком-то таком критическом духе, серию рассказов, тоже он их переводит на иврит. Потом случается какой-то странный у него в жизни кризис, очень довольно близок к социализму, занимается изучением, собиранием фольклора. Тоже очень интересно, как он это делает, потому что он был первый, кто, он говорит, что он не говорит, это потом по воспоминаниям, что не надо ехать там в какое-то местечко, в деревню собирать фольклор, что у нас вообще здесь есть там служанки, какие-то прачки, там портнихи, у них свои песни, это тоже фольклор. И это была революционная идея в конце 90-х годов, что в городе тоже есть фольклор, что фольклор это вот не, так сказать, понятно, что не такое вот пасконное народное, а это вообще говоря то, что люди пишут. И он платит им деньги и записывает, значит, их песни. Вот. А потом интеллигенция собирается в своем кругу и смакует. И как бы эти песни, так сказать, вот, получают удовольствие эстетическое от этих песен, не чисто как бы такое научное. И дальше он оказывается в тюрьме на пару месяцев за какое-то, видимо, участие в социалистической деятельности, может быть, случайное. Но там происходит с ним какой-то перелом, и то, что он пишет после, совершенно в другом стиле. Он как бы такое вот у него возникает неоромантическая идеализация народа и хасидизма. Он был не из хасидской семьи, это важно. С детства он хасидизма не знал, а вот тут он как-то его открыл, и все эти истории тоже происходят примерно в этой, вот по этой территории, вокруг Люблина. И все они, это какая-то вот такая, на самом деле, тут интересное влияние Ницше, когда народ становится вот некой сверхсилой, когда народ становится воплощением некой сверхидеи, и он преодолевает всю эту косность, вот эти всю как бы материальную вот эту вот ограниченность какой-то таким духовным порывом, но духовным не в смысле приближение к Богу, не в смысле всего всей хасидской теологии. О нем очень хорошо сказал один критик, что перед есть небо, но там нету Бога. Да? То есть там есть как бы энергия, есть какая-то сверхъестественная сила, но никакого божественного присутствия там нет. И вот эти хасиды оказываются вот этими вот, в каком-то смысле, ницшанскими сверхлюдьми. Портрет сразу показывает, что он такими большими усами перед. Вот. И усы это очень интересно, потому что Шолом Алейхем, у него там, он был бритый, Абрамович имел такую приличную бородку, а усы, это, конечно, с одной стороны, как бы, шляхта, а с другой стороны, это вот мода вот на Ницше. Вот. Дома он говорил по-польски, конечно. И сын у него воспитывался, вообще не знал, что воспитывался исключительно в польском пансионе. Хотя он и прекрасно знал русский язык. Письма к невесте у него есть и по-русски, но очень его не любил. И всегда, когда он приезжал в Россию, он довольно часто приезжал, вот, были какие-то с ним скандалы. Он вообще любил скандалы. В Петрограде он очень в Петербурге он очень обиделся, что они стали с ним по-русски разговаривать. А у Дубнова это записано, когда он выступал. А Дубнов сказал, что, ну, смешно очень, Анский пытался как-то это дело замазать, выступая на идише, но я тогда еще не умел выступать на своем родном языке. Понимаешь, что Анский, в общем, тоже так не очень. Но это уже как бы такой идишизм. И вот дальше у Переца возникает серия, две, как бы два цикла. Один называется «Фолкстимлих и Гешихт» – рассказы в народном духе. Не народные рассказы, а рассказы в народном стиле, то есть момент стилизации там. И хасидские рассказы, где хасиды противопоставляются Мицнагидам. Значит, Мицнагида ассоциируется, вот есть такой рассказ, вылетел у меня из головы, очень известный рассказ, где как бы все построено на конфликте между Бяльским Ребе и Брестским Раввином. Значит, Брестский Раввин, семьи Соловейчика, представляет собой холодную ученость, его Тора – это красивые такие ледяные конструкции, как Снежная Королева, а Бяльский Ребе – это танцы, песни, теплые. Вот наши представления о хасидизме в значительной степени сформированы такие расхожие вот этими перецевскими рассказами. То есть местечко становится местом вот такой вот, вот такой вот еврейской духовности, которая как бы не религиозная духовность в смысле служения Богу, да, или там изучения Тора, а в смысле какого-то подъема. Несмотря на полный упадок экономический, тут вот у нас мелодии, песни, танцы. И вот сейчас придет наш эхо. Приходит там Илья Пророк в виде, тут интересно, у него есть рассказ, называется «Кунстмахер», как бедная семья не знает, как им справить Пасху, и вот приходит фокусник, то есть как бы фигура такая не очень кошерная, и этот фокусник приносит им, устраивает фокус, и им, значит, накрывает пасхальный стол, еду. Оказывается, что это был Илья Пророк. Да? Это мог бы быть как бы дьявол, который все наоборот. А это был Илья Пророк, который пришел под видом фокусника. И вот тут вот этот вот сюжет, который встречается у нас в глубоком,
о том, мне кажется, что он интересно как-то с этим связан, об этом в циркаче вот этом Витицком, да, который пришел, появился здесь с цирком в 30-е годы и застрял. И он был такой циркач, какой-то бедный, непонятный. Но, значит, жил у евреев, там что-то там всюду ходил. Вот есть воспоминания одной женщины, как она не могла решить задачу математическую, а он вдруг ее решил, то есть что-то он такое знал, чего не знали. А потом, когда пришли немцы, то он появился в эсэсовском мундире и был главным, и все знал, да, и по легенде он даже, вот они бомбили, когда они попадали в синагоги, якобы он им передал этот план. Много непонятного, почему, как бы, если он был поляк, как он там был, ну, может, он был там какой-то немецкий. Это про шпиона, да, вот да, это, вот она в Хурбан... Да, 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 есть еще вариации, в Хурбан глубоко. Да, она вот, интересно, что вот, она, конечно, перевернута, то есть он оказывается как бы фигурой как бы дьявольской, да, но тоже он появляется под видом некоего актера, некоего такого антисоциального элемента. Я не знаю у нас, что за этим, как бы, какая за этим стоит реальность, но легенда, она как-то так довольно интересно присутствует. Да. То есть вот это вот момент... Избавление, которое не состоялось, допустим, человек поехал из местечка учиться, приехал лечить, а уже всех там убили. Вот это вот часто бывает. То есть мессианское как бы избавление, которое не приходит. Или наоборот, да, мы ожидаем избавления, а приходит наоборот, как бы под маской там, кого-то приходит как бы разрушение. Да, то есть это некое воплощение дьявола в каком-то смысле, этот самый персонаж. Вот, то есть, вот в таком виде у нас как бы присутствует местечко в классических как бы текстах трех этих классиков. Дальше приходит новое поколение еврейских писателей, которые уже воспитаны в каком-то смысле на классиках и, конечно, пытаются сказать что-то новое. В районе 1905 года появляются два произведения, очень здорово, одно против другого. А одно это повесть, она называется поэма, но она на самом деле в прозе, писателя Шола Марша Штетл. Вот, на русский язык она была переведена, «Городок». Сейчас ее, в общем, читать трудно, потому что она такая очень какая-то сентиментальная, слащавая, по-русски совсем там невозможно. А, вот, где описывается идеальный такой штетл с точки зрения, как бы, главный герой там богатый купец, который торгует лесом, сплавляет лес по Вислю. Это родное место местечка Шола Марша, я сейчас забыл, какой у него прототип, но как бы это вот идеальное польское местечко, да. Где все живут в гармонии, ремесленники, торговцы, хасиды, миснагеды, хасидского рэба принимают, значит, и рэб, городской раввин уступает ему свое место. И это как бы постоянная такая вот идея гармонии и оркестра. У каждого своя роль. Там тонкие как бы играют на скрипке, попроще там на барабане, как бы у каждого своя какая-то партия, все это местечко существует в гармонии. Все это написано, конечно, исключительно для варшавской аудитории, такой какой-то вот ностальгически вспоминающий свое местечковое детство. И против этого, вот очень интересно, хотя нет прямых свидетельств, что это написано как бы вот как анти-Шола Марша, но она не настолько как бы противопоставлена. Повесть тоже под названием «Штетл». Появляется она в 1904 год, это 1906 год, между ними 5-й год. И это повесть писателя польского, молодого, его звали Ичимайр Вайсенберг, вот, в котором он описывает свое родное местечко Желехов, тоже, значит, по-моему, на Висле, Висла там присутствует. И там показано как бы вот распад всего этого, как бы всей этой структуры. Начинается с того, что там перед Пасхой, значит, собрание в синагоге, где обсуждаются цены на муку для мацы. Это очень важно, она как бы устанавливается высокая цена, ремесленники начинают как-то там возмущаться, возникает какая-то там потасовка по этому поводу. То есть потасовка возникает, когда синагога используется как место для общинного собрания, там возникает какой-то конфликт. А дальше мясники, которые тоже на стороне олигархии, поскольку они контролируют цены на мясо, и олигархи, так сказать, они связаны друг с другом, они очень жестко бьют этих самых ремесленников уже после там, каких-то их заводил. Дальше там появляются агитаторы из Варшавы, значит, бундистские, которые этих ремесленников как-то там объясняют им, что это все капиталисты. Да? То есть наивный штетл, а из Варшавы приходит вся вот эта вот зараза. Потом появляется, значит, ППС, Польская социалистическая партия,
которая уже агитирует за польский социализм среди евреев на идише. Потом появляется, значит, НДК, народная демократия, которая как бы агитирует крестьян против евреев. И весь штетл разваливается на вот именно такое простое народное население. Дальше забастовки, экономика в упадке. Они занимаются тем, что они выделывают кожу. Первичная такая грубая обработка, связанная с массой там, всякой грязи, дряни, там, вони. И потом это все поступает в Варшаву. То есть они зависят от Варшавы. А поскольку экономика как бы в упадке, то спроса нет, они, соответственно, лишаются работы. Штетл как бы совершенно независим экономически. У него это очень четко показано. И дальше конфликты, демонстрации, стычки, попытки забастовок. Местечковые евреи ничего не понимают. Они повторяют, просто как попугаи, какие-то лозунги этих самых. ППС против Бунда. А дальше там происходит убийство даже. А в конце года, как бы вот этого календарного года, осенью, соответственно, ну, известная там конституция, погромы. Погром там впрямую не происходит, хотя, в общем, есть такая опасность, когда уже приходят крестьяне, значит, с хоругвями и в главе их этот самый НДК. Ну, вот это национальная демократия, польская партия националистическая, которая главный, как бы, конфликт между польской социалистической партией в польской политике весь межвоенный период и национальной демократией. Вот. И всех их, значит, арестовывают и ссылают. И на этом как бы все кончается. То есть вот этот штат полностью разрушается. То есть то избавление, которое мыслилось как прогресс, как некое мистическое избавление. Здесь у нас революция, но эта революция полностью разрушает штетл. То есть очень интересная, очень тонкая, очень как бы вот хорошо написанная, в отличие от Шоломаша, потому что совершенно новый стиль, без всякого сентиментализма, так очень, все очень как бы резко. И Вайсенберг поразительный писатель, потому что больше он, по-моему, ничего хорошего не написал. Он был очень плодовитый, в общем, он был очень такой, как бы всегда он пытался вместо Переца на его место поставить, но все остальное какое-то такое, ну, совсем непонятно, как он смог это нормально написать. Нигде не учился, вообще был совершенно каким-то таким диким по образованию, вот, щетиной какой-то торговал свиной. Воспоминания, ездил на свинье по рыночной площади в молодости. Откуда что взялось, непонятно. И вот следующий писатель, собственно, которым можно уже как бы остановиться, хотя, конечно, много всего было написано, это Давид Бергельсон. Ну, я не знаю, насколько он знаком сейчас, значит, у публики. Нет? А сын его, по-моему, в Коламбус. Это не сын, это там была у него какая одна из его внучек. Сын у него был в Иерусалиме, он умер. Медицинский какой-то профессор. Он был химик. Химик, он умер совсем недавно. А в Коламбус. Там у него была внучка. Внучка. Нет, я не помню, кто она была. Ну, там есть, это его семья, его брата еще есть. Еще ну, такие есть. Но Давид Бергельсон, это, может быть, самый лучший еврейский писатель 20 века, в смысле, как бы, своего литературного достоинства. А он, значит, происходит из довольно богатой семьи, из Волыни, из маленького местечка. Он был последним сыном, там уже родители были пожилые, и у него были сложные отношения с семьей. То есть, как бы, в семье были деньги, но он все время как бы был отдельно от семьи. Его отправляют в Киев учиться в коммерческое училище, где-то там, в районе 5-го года. Он там особенно не учится, но поскольку какой-то он доход получал, там у него были богатые братья в Варшаве, то он начинает писать. Причем, это вот очень интересная киевская ситуация, предвоенная, перед Первой мировой войной, когда там возникает вот эта группа еврейской молодежи, которая как бы тусуется вот на окраине. Да, поскольку Киев очень сложная была система еврейского правожительства, в каждом районе своя. Они там вокруг Демеевки, значит, существовали, где как бы она была в черте оседлости, Киев был вне черты оседлости. Но при этом она ее переквалифицировала в деревне евреи не могли жить, но на трамвае можно доехать до Киева. В общем, вот такая вот жизнь в предместье, где собирается среднего класса зажиточная молодежь, хорошо начитанная в русской литературе, учившаяся в каких-то гимназиях. Не очень хочет, хотят они заниматься всей этой коммерцией, а хотят они что-то такое делать. Литературное, интересное искусство, там и как бы и живопись, и изобразительное искусство начинает развиваться. А вот, пытаются писать по-русски, как ты понимаешь, по-русски, в общем, хода не будет. И они придумывают себе такой вот идиш, как это такой, не Шолом Алейхемовский, не такой псевдонародный, а такой совершенно эстетский, замешанный там на Гамсуне, Андрея Белом, на том, что они Чехове, на том, что они читают Тургенева.
стилистически очень красивый, очень как бы выверенный, но совершенно неразговорный. И вот Бергельсон, значит, пишет свой первый роман, он пишет несколько рассказов про местечко. Местечко с точки зрения, скажем так, вот такого вкусившего городской жизни еврея, который молодого, который не хочет там жить, но у него нет возможности оттуда вырваться. Вот между городом, ну, город Киев и местечком. Железная дорога, там они пытаются чем-то торговать, все у них не получается, потому что как душа у них к этому не лежит. Они читают книжки, читают газеты, театр, юноши, девушки, какие-то у них разговоры, такие вот местечковые салоны. Вот это все очень хорошо передано. И из всего этого возникает его первый роман, который был переведен, он называется «На идише Нохали», ну, после всего или когда все кончилось. Он был переведен на русский язык в 40-м году под названием «Мирели». И тогда, по воспоминаниям даже не еврейских неких читателей, он произвел огромное впечатление, потому что взяли и вдруг издали совершенно декадентский роман начала века. Вот. По-русски ничего такого не издали, а в переводе с идиша издали. И как-то его заметили. Это роман о девушке, то есть это тоже, в общем, очень революционно, у которой ситуация, в общем, ей уже довольно много лет, за 20. Она не замужем, и ее отец богатый, разоряющийся такой вот, с ехосом, но без денег. И уже все постепенно понимают, что денег у него не будет, потому что все деньги он вложил в польских помещиков. И это вот тоже такая важная тема, что вот уже вся польская эпоха отошла, а по-старому евреи еще пытаются как бы на этом вот играть. Помещики никаких денег ему не возвращают, обманывают. И единственное, что у него осталось, символический капитал, это его ихос, который как бы воплощен в его дочери. И это еще можно продать. Но уже там через несколько лет продать это будет нельзя. По ряду причин. Во-первых, все поймут, что он уже потерял деньги, она уже как бы выйдет возрастом. А она это понимает, все это понимают. Значит, происходит некая торговля. Ее сватают за такого, опять же, вот нового гвира, который там торгует уже с Киевом, торгует с Варшавой, торгует с украинскими крестьянами, ведет себя так немножечко по-шляхетски. Очень интересная там деталь, которую можно понять только этнографически. Они говорят, о, смотрите-ка, он окна покрасил в голубой цвет. Что значит окна покрасить в голубой цвет? Да, вот если вы здесь обойдете, здесь окна покрашены в голубой цвет в основном. Ну, часто, да. Еврейские окна покрашены в коричневый цвет. Когда, значит, евреи покупают еврейский дом, они перекрашивают, это Алла Соколова наблюдение, они перекрашивают окна. Вот, это деревенский цвет. Еврейский цвет, это были интересные дискуссии в Киеве, вообще, что такое еврейский цвет. А вот, что такое еврейский цвет. Вы можете себе представить еврейский цвет? В каком смысле? Ну вот в их смысле. Серго, серо-бурмалиновый такой, да. Не, это сионистские, штучки. Голубой, серо-бурмалиновый с такими вот, да. Серо-желтоватый, да. Но он вот не... Нет, он более темный. Он более мрачный, блеклый, темный. Он никакой не яркий, да. Как бы вот красный, зеленый, синий, это как бы гойский цвет. Вот это вот крестьянский цвет. А вот еврейский цвет, он такой вот, более такой как бы деликатный. И вот эта гамма художников культурлиги, Рыбака, она очень сильно такая. И они как раз вот, это вот их были идеи по поводу еврейского цвета. Вот, и вот Бергельсон в каком-то смысле вот что-то такое делает. И дальше она, значит, этот Шидых расстраивается. Она там, у нее возникают какие-то отношения, там появляется поэт, который пишет на иврите, он больной, он приезжает из Швейцарии, он ей читает романтические стихи. Он ее пытается увлечь какими-то перецовскими фантазиями о Штетле, она этого всего не видит и видеть не хочет. И в конце концов, в середине, то есть это построено как бы антироман, в середине понятно уже, что выхода у нее нету, и она соглашается выйти замуж за какого-то, в общем, сынка вот таких вот предместий, киевских предместий, вот таких. Как бы в Киеве была градация такая, наверху, в этой самой дворцовой части, и как она вторая называлась? Подол. Не-не, наверху. Ну, центр, это верхний центр. В верхнем городе могли жить купцы первой гильдии, да? На Подоле и в других частях пониже могли жить купцы второй гильдии и ремесленники. А вокруг Киева, в черте, могли жить все кто угодно. Это вот как бы типа
такая, которые хотят стать второй гильдией. Они как бы хотят из предместья переехать вот в город. И еще в советское послевоенное время была проблема жениться одним евреем, который живет в центре, с теми, которые внизу, конечно, он с Подола. Вот. Но Подол был не самый низ, как бы Демеевка, это дальше, это хуже. Да, но просто что существовало до совсем позднего времени. Да. То есть три как бы градации четкие, ну там внутри еще больше, наверное. Одна улица, которая идет сверху вниз, она может делиться, так сказать, на верхнюю вот. А они вообще приезжают из Штетла, да, то есть для них как бы надо вырваться из Штетла, они из него не могут вырваться. Она выходит замуж за этого, значит, сынка, он гоняет там валов в Варшаву, там он торгует вот это вот волынская такая вот, значит, конечно, это все ей, ну, абсолютно против шерсти. Она ему говорит, что хорошо, вот я на тебя выйду замуж, но вот никаких у нас отношений не будет, вот так вот, мы будем жить вот отдельно. Это, конечно, не получается. Вот, значит, она беременеет, потом она, а у нее подружки, уже в верхней части, как этот Бибиковский проспект, кажется, видно там как бы, вот начало кричит, она на трамвае туда едет, да, на Бессарабскую площадь, там уже что-то такое культурное, там какая-то женщина у нее там, красавица такая, у которой какие-то там отношения, вот как из местечка постепенно-постепенно поднимаются вверх реально, так сказать, в Киев. Та ей устраивает аборт. Все это абсолютно скандально для еврейской литературы, да, как бы Шолом Алейхем, там ничего такого быть не может, да, какой-то врач, еврей, за деньги, да, потом она возвращается в свой штетл, все уже на нее смотрят совсем, как бы, и она исчезает, то есть, такой вот антироман, который никто не хотел печатать, и, в общем-то, ему пришлось его издавать на свой счет, но это было совершенно для молодежи, это было откровение, и стиль, который странным образом против Шолом Алейхема еще в том смысле, что, ну, хорошо, мы пишем на идише, потому что наши герои говорят на идише, другой причины у нас нет. А здесь мы уже понимаем, что герои говорят и по-русски тоже. И, в общем, они стараются говорить по-русски. Они говорят по-русски не очень грамотно. Как передать не очень грамотную русскую речь с еврейским акцентом на идиш? Все эти задачи он блестяще решает. Он действительно писатель совершенно нового типа, которого вообще никакие эти хасидские религиозные и прочие заморочки вроде бы не волнуют. Второй роман, который он тоже пишет в Киеве, но печатает после, до революции, печатает после революции, называется «Обганг». Он переведен на русский язык, вот и с Ройлом Некрасовым недавно, вот я сейчас забыл, как он называется по-русски, как бы падение, спуск, но в смысле не только физическом, но и как бы моральном таком. Начинается с похорон, подробнейшее описание похорон некоего, значит, молодого человека в Штетле, у которого была аптека, он была такая популярная фигура, вокруг него как-то молодежь клубилась, и вот вся эта молодежь, вот так, они его хоронят, и его жизнь отматывается назад, как бы он там... Оказывается, ну это уже как бы детективная история, но есть какая-то интрига, что вот он как бы с собой так покончил. От этой вот унылости местечковой жизни. Дальше персонажи, которые у него в рассказах есть, которые, значит, из какого-нибудь там города, куда они вырвались, Херсона какого-нибудь, приезжают в Штетл, где умирает дедушка, и оставляют им некое наследство в виде вот этого налога, этой таксы, значит, на кошерное мясо. Да. Он приезжает, уже ему это Штетл ну, совсем не вжило. А мясники, конечно, тоже не хотят ему этот налог платить. У него начинается конфликт с мясниками. У него нет никакой базы, как бы в Штетле, уже никто там не признает за своего. Он там привлекает полицию. А мясники, значит, и в общем, мясники его избивают, и он умирает. Вот это вот еврейская литература, так сказать, рубежа. Как бы. И тут случается у нас, конечно, война и Октябрьская революция. Весь этот класс, вот это вот. Немножечко как бы уходящий в прошлое, местечковый средний класс, не такой уж бедный, но который стремится из местечка переселиться в город. Хотя бы, так сказать, в Херсон, Екатеринослав, если не в Киев и в Одессу. Вот. И вот это тонкое понимание всех деталей, всех нюансов вот этой вот, вот молодежи, все это, конечно, сметается. Да. Начинается совершенно новая эпоха. И война... После войны возникает литература уже как бы совсем о другом, о том, как война разрушает Штетл. Это в Польше в первую очередь такой писатель Ойзер Варшавский, который был, в каком смысле, учеником Вайсенберга. У него есть роман, очень был популярный, он называется «Шмуглякс», значит, эти самые контрабандисты. О том, как возникает в местечке новая совершенно мафия из людей, которые возят контрабандой еду, в основном мясо, из местечка в Варшаву. Варшава голодает, немцы не дают, значит, продовольствия, поскольку они его хотят реквизировать себе. И, соответственно, через эти кордоны надо проникать. И вот они там проникают. И оказывается, что вот это вот новое, как бы, новое,
ну, мафия в прямом смысле, да, преступная, она становится, она контролирует что это. Вся прежний, средний класс, он совершенно уже как бы в упадке, никак он не может себя защитить, а у тех свои развлечения, там свои там танцы, проституция, все это понятно, вот, вот как штетл превращается вот в какой-то такой вот вертеп. И из-за вот этой вот новой ситуации. И как прежняя аристократия, все эти ехос, ученость, все же ничего не значит, а значит, что деньги, которые можно получить только путем обмана, там, контрабанды, вот, воровства. Это ужасно мрачная литература, она, в принципе, еврейская литература вообще мрачная, потому что Шолом Алейхем написал, что типа хэппи-энд — это обман, это не бывает в жизни, все кончается плохо. Но и это все с этим согласны. Дальше уже разные варианты. И интересный очень советский роман, ну вот последний, как бы, не роман даже, но вот повесть, я не знаю, переводился он или нет, писателя тоже украинского, Ицека Кипниса, но с севера Украины, с украинского Полесья, Овруч, кажется, да, нет, Овруч, и, как это называется, сейчас я вспомню, рядом с Овручем местечком, где он описывает очень подробно погром, значит, гражданской войны. Ну вот 19-й год, самое начало, как вот немцы уходят, появляются всякие банды. Реально совершенно написано более-менее буквально вот на материалах, которые потом были собраны, как появляется банда, как евреи пытаются откупиться, как они пытаются договориться с этим атаманом и как это все кончается, значит, полным погромом. Но нам тоже интересно. Интересно, он написан как бы как, начинается он в таком идеалистическом Шолом Алейхемском стиле, вот как у нас тут все хорошо, в местечке, вот там все там живут вместе, дружно, рынок, там вот я работаю, он такой подмастерье, вот он женился, а кончается все тем, опять же, как это все разрушается. То есть вся литература построена на отрицании, на каком-то таком критике вот предыдущего стиля. Если Бергенсон просто игнорирует Шолом Алейхема, то здесь Кипнис очень хорошо это все показывает, как это все уже перестает работать. И он... 25-го года этот роман, он вышел, его подвергли, в общем, такой советской критике, потому что он там, конечно, не... Хотя у него герой потом уходит в Красную армию и даже уезжает, пишет уже как бы все из Харькова, как бы уже из новой столицы, да. То, но все равно, как бы там, конечно, все было как-то не по-советски, его там поругали, но, в общем, не сильно его поругали, и потом позволили ему печатать. В основном он как бы ушел в детскую литературу, что, в общем, случилось со мной. Но все равно он продолжал писать, он потом жил в Киеве, потом он сидел, в общем, у него очень интересная есть повесть уже военного времени, вот буквально вот 44-й год, вот, после освобождения Киева, как вот евреи идут в Бабий Яр. Это такой текст, который очень интересен, потому что он тогда прям написан на идише. Вот. Так что вот примерно вот так вот у нас получается. И вот переходя к... Ну и, конечно, есть еще Большой Визингер, там есть много всего, но я хочу все-таки закончить этнографией и антропологией. Ну вот Перес был первым как бы исследователем в каком-то смысле. Затем у нас есть Анский, ну, о котором, я думаю, какое-то представление есть. Опросники, идея Анского, народническая идея собрать эту народную культуру и предъявить ее городской интеллигенции и показать, что смотрите, вот у нас, как у всех, есть народная культура, и мы на ней можем строить свою новую еврейскую культуру. Вот. Что народная культура, она воплощает в себе все такие вот еврейские ценности. Религия — это тоже часть фольклора, часть, так сказать, всего этого вот народного творчества. Вот. Но Анский, опять же, тоже, поскольку он был, помимо того, что он был еврейским исследователем, он еще был эсером, довольно активным, значит, политическим деятелем. Он был выбран в Петроградскую городскую думу, был членом учредительного собрания. И, в общем, конечно, советская власть его не терпела, ему пришлось бежать сначала в Вильно, потом в Варшаву, потом в Нуно. То есть этот весь проект как бы тоже... остался нереализованным. Затем появляется советская интересная инициатива Багаразтана, еврейское местечко в революции, когда студенты, значит, этого Петроградского еврейского университета и потом еще какие-то, они по опроснику, значит, отправляются в местечко, в основном в Белоруссии, в советское, значит, изучать влияние, как революция, так сказать, трансформирует еврейское местечко. Это был еще раз, скажите. Багаразтан был очень известный народник, то есть двойная фамилия, который был... Российская, это самая этнографическая наука, в значительной степени создавалась ссыльными. То есть он был за свою революционную деятельность сослан там в Восточную Сибирь, и там он открыл для себя, так сказать, все эти народы, стал их описывать. И после революции, уже вернувшись заслуженным таким революционным революционером, уже как бы на склоне лет, он, хотя он и был евреем, но евреями он до революции особенно не занимался, а тут вот
Как-то эта тема ему казалась интересной. Он был связан с Петроградским еврейским университетом каким-то образом. Да, да, да. Вот этот самый Штернберг, и он... Ну, Штернберг это такая... Тоже народническая, так сказать. Да, но тоже как бы вот эта вот идея народничества, да, которую как бы этнография как, ну, как бы вспомогательная, скажем так, дисциплина практическая по строительству, ну, в каком смысле, нового общества, как бы, вот, чтобы из народа научиться у народа не хождение в народ, там, пахать, там, я не знаю, сливаться с народом, а описывать народ и из народа брать... И что у евреев есть такой же народ, это очень важно, да. Что они не городской класс, они не эксплуататоры, у них есть вот эта вот какая-то такая крестьянская основа, да. Вот эта вот советская инициатива, в общем, тоже интересная. И вот я хочу тут прорекламировать, у меня есть публикация в журнале «Новое литературное обозрение». Она есть в сети за 2010 год, 102 номер. Там 4 статьи, то есть там есть статья Дана Мирона, вот, в которой... Собственно, и вся эта теория, вот эта метафора Штетла, этих элементов, она очень подробно там излагается. Есть статья Валерия Дымшица «Анализ стихотворения Мани Лейба, значит, Нежин», с точки зрения вот этого вот местечкового мифа. И статья такой американской исследовательницы Дебора Ялин, которая как раз изучает вот эту вот советскую этнографию, советскую социологию еврейскую 20-30-х годов. Но тут уже время поджимает, поэтому я перепрыгну от советской этнографии к американской, которая как бы на нас очень сильно, мне кажется, тут, так или иначе, вот на то, что делается, как бы все, что здесь делается, как-то повлияло. Да? Вот, в принципе, американской этнографии такой, до военного времени евреи отсутствуют, хотя там Франц Боас, конечно, еврей. Но глава какой очень важная фигура американская. Но евреи, объект этнографии это разные рода экзотические народности, там индейцы, естественно, их там много. А евреи совсем не хотят себя видеть объектом этнографии, поскольку это их как бы выделит в отдельную группу от общеамериканской общества. Они хотят стать как бы нормальными белыми американцами, они никак не хотят от них отличаться. Поэтому иудаизм это религия, это, и там никакого этнического элемента нет. Народа еврейского нет. Есть, так сказать, еврейская религия, еврейская религия, да, Hebrew. Jew это, в общем, слово не очень хорошее, да, вот, а как бы все называется хибрю, поэтому сейчас иногда путаница, когда мы видим слово хибрю, мы думаем, что это иврит, на самом деле не иврит, а это высокая, вот, хибрю школа, это не ивритская школа, а это школа как бы еврейская, еврейская религия, hebrew congregations, то есть все вот в этом смысле как бы переводится на уровень, вот есть религия католическая, есть религия разного рода протестантские, и вот Америка это как бы в каком смысле кульминация иудео-христианской культуры, когда евреи с христианами из одного корня вырастают. А этнические евреи, как бы, это даже опасно. Но происходит переворот во время войны, естественно, вот совершенно так, как бы, по-другому воспринимается теперь уже то, что было в Восточной Европе, поскольку, предполагаю, как бы ничего там не осталось, все как бы уничтожено, все, полный конец. И тут возникает какая-то ностальгия именно по этничности. И эта ностальгия ложится странным образом на некую американскую политику, поскольку после войны, Второй мировой войны, как бы уже заняв огромное пространство, не только в Европе, но и в Тихом океане, Японии, как бы американская власть задумывается о том, что вообще говоря, мы ничего об этом не знаем. И мы как бы оказываемся, управляем там полмиром, и мы про этот полмир как бы имеем очень слабое представление. И разного рода военные организации, ну, так сказать, разведка, заказывает описание, заказывает некие, вот, дает работу социологам и этнографам. Вдруг этнографы оказываются востребованными, потому что они могут там взять и по-быстрому написать нам вот такую какую-нибудь книжку, как вообще устроена жизнь там в Японии, как устроена жизнь, я не знаю, там, в Германии. Вот, чтобы наши, в общем, люди, которые принимают решения, как-то в этом деле ориентировались. И оказывается, что этнография востребована, вообще говоря, вот, большой политикой. И возникает заказ на книжку о Восточной Европе. Да, тут важная фигура – это Маргарет Мид, которая как бы тоже такое вот описание этнографии, как вот взять и описать вот большой кусок жизни. Да, там, «Взросление в Самоа» – это ее классическая книга. Вот как происходит, так сказать, вот как это вот в этой культуре делается, да? Что это все можно взять и описать, как один такой большой нарратив. Взять всю культуру и ее описать.
И заказывается, появляется интерес в Восточной Европе. Ну, а что у нас в Восточной Европе? У нас евреи в Восточной Европе. Значит, про Восточную Европу мы пишем про евреев. И появляется книга в 52-м году, которая является результатом вот этого вот заказа. Заказывал его, странным образом, назывался Office of Naval Research, то есть военно-морских исследований. Где местечко, где море, но... Вот. И книга, она называлась «Life is with People» в первом издании «East European Jewish Town». «Жизнь с народом. Восточноевропейский еврейский город». Во следующих изданиях она уже называется «Штетл». И вот тут нам как бы два автора дают такую совершенно синтетическую картину «Штетла», основанную на воспоминаниях. «Штетл-1». «Штетл» всегда вот такой. Он существует в море враждебной культуры. В нем вот такая вот жизнь, такой вот цикл жизни, такие обряды, вот такие праздники, такие, как бы, так, такая торговля, такие отношения, социальная структура. Это абсолютно отдельная такая вот вещь. И Маргарет Мид написала к ней предисловие, где она написала антропологическое исследование, я цитирую, несуществующей более культуры, которая сохранилась лишь в воспоминаниях и в некоторых формах поведения ее представителей, разбросанных по всему миру и воспитывающих своих детей в иных культурах, готовя их стать американцами, израильтянами или же колхозниками в изменившихся странах Восточной Европы. Вот. Это 52-й год. Все. Этого нет. И мы теперь это все, странным образом, на деньги, значит, военно-морского ведомства, мы эту всю, значит, конфигурацию описываем. И книга была необычайно популярна, потому что как-то она вот взяла, и вот людям, которые уехали из Штетла, их детям, она очень подробно все объяснила, разложила все по полочкам. Пикантность состоит в том, что книгу написал два человека. Значит, одного звали Марк Зборовский, а вторую звали Элизабет Герцог, которая одна была американка, она была, так сказать, специалистом антропологии. А Зборовский был, ну, в каком-то смысле, информантом. Но, в принципе, у него было тоже хорошее образование этнографическое, он был в Париже. Сам он родился, происходил из города Умань на Украине, но потом он был в Польше, и, в общем, с Польши во Францию. В 30-е годы он был в Париже, потом ему удалось попасть в Америку. И вот, так сказать, поскольку у него было, в общем, какое-то базовое этнографическое образование, он попал в эту компанию с Маргарет Мид из Герцог. Они очень его полюбили, потому что он действительно все мог рассказать прямо про Штетл, как было. Хотя уже сейчас есть интересные исследования его жизни, что Штетл, конечно, гробу видал, ненавидел он все это дело. Вот тут он сбежал. И когда приносили, там опрашивали множество корреспондентов из разных мест, и как бы всюду было по-разному, и когда мы говорили, смотрите, вот там, здесь было так, а здесь было так, он говорил, нет, вот пишите вот так, я знаю. Всюду было одинаково, вот никакого регионального деления, так сказать, один Штетл, вот, Восточная Европа, да. Пикантная ситуация заключается в том, что он довольно быстро был как бы разоблачен как довольно важный советский шпион. Причем он был не просто, так сказать, шпион, а он довольно активно в Париже участвовал в убийстве сына Троцкого, Льва Седова. Он был довольно близким другом, как бы, Льва Седова. Как, пока его не разоблачили, он выступал на такого рода консультантом по советским делам, при том, что, в общем, он видел довольно серьезные какие-то документы, которые ему показывали всякие важные люди, значит, как бы, ну, как специалисту, как знатоку, вот так, не так. Потом, вообще говоря, многие там важные дипломаты совершенно не верили, что он был советский шпион. Они говорят, ну как же он мог быть советский шпион? Я же с ним разговаривал, и он защищал Сталина. Ведь если бы он был шпион, он бы, наверное, ругал Сталина. Такая вот наивность. Потом он там отсидел, причем непонятно, насколько он был шпионом уже в Америке. Скорее всего, был, но у них недостаточно было для этого материалов, поэтому его осудили немного. Он очень как бы он был послушный, очень... Всем он очень нравился, он был такой очень как бы скромный, обходительный, обаятельный, любил слушать, так сказать, сам не перебивал, никак свое мнение не навязывал. Вот. И такой маленький, тихий. И потом он работал уже в каким-то таким типа психотерапевта в больнице в Сан-Франциско. Какая жизнь человека. Жизнь человека, да. И его книга... Да. Он был действительно настоящим таким этнографом. И его книга, она вот до сих пор она издается. Сейчас последнее издание уже было с очень критическим вступлением Барбары Киршенблат-Гимблет, директора музея, научного директора музея, еврейского музея в Варшаве, что, в общем, это очень хорошая, конечно, интересная вещь, но это продукт как бы своего времени, продукт вот такой вот
американская этнография, которая думала, что она может взять все вот и описать одним таким большим куском. Что, конечно, сейчас мы понимаем, что все гораздо сложнее, что нельзя представлять себе штетл как изолированное такое пространство, что все эти штетл был разный в разных местах, что был разный в разное время, все это было очень динамично. И, так сказать, вот самое лучшее, в общем, введение в штетл, как бы, если вы хотите прочитать как-то компактно, скорее историческое, это статья. Есть такая, по-моему, очень хорошая энциклопедия, его, значит, она называется его энциклопедия Jews of Eastern Europe. То есть, если взять, набрать его, YIVO, и энциклопедия, она у вас вылезет, она вся есть в сети, бесплатно, с картинками, с картами, там, архивные какие-то материалы. И там есть статья про штетл, вот, Сэма Кассова, которую я уже цитировал, который происходит, как бы, родился он в Америке, но его семья из глубокого. И это, пожалуй, самое лучшее, что написано о штетле, как вот такая энциклопедический такой обзор. Вот это я советую. Ну и дальше уже у нас как бы начинается новая эпоха, как бы вот как мы знаем из Маргарет Мид Штетла нету, его нету до где-то там в Америке до недавнего времени, в Советском Союзе. Я думаю, что Штетл у нас возникает, последнее совсем, что я хочу сказать, в 60-е годы есть такой советский еврейский писатель Самуил Гордон. Вот. Очень плодовитый, никому не известный, по-видимому, да? Известный, нет? Нет. Вот, Самуил Гордон, ему уже было там лет 50, он, значит, взял и как-то вот, то ли от Союза писателей, то ли так, сел на автостанции, так он описывает, на автостанции, значит, в городе Хмельницком, Краскоров, посмотрел на карту, куда ходят автобусы. Ну, Меджибаш, а там Бешт, а вот Полонная, а там Маркиш, а вот там Каменец-Подольский, а там Мендель. Сяду-ка я посмотрю, что происходит в наших местечках. Вот такой у него, как совершенно Шолом Алейхем перец такой. Как живет в советское время местечко? Вот и не рядом с дорогой, а где-нибудь поглубже. И вот приезжаю я в Меджибаш. Это все напечатано в Советском Союзе на идише, на русском языке, издано тиражом сотни тысяч экземпляров, несколькими изданиями. А мне говорят, ну вы, наверное, хотите на могилу Баал Шем Това сходить. Я говорю, что есть, вы знаете где? Ну, сейчас, там у нас Света. Она у нас всех водит на могилу Баал Шем Това. Света, пошли, проведи гостя. Мы идем, заросли, вот до всякого Дворкина вообще. Заросли там, в кустах могила. Вот, Баал Шем Това. Это говорит, у нас Баал Шем Това. А рядом у него Гершель Остроппеллер. А она говорит, мы говорим, а как же вы знаете, там все стерлось, все надписи. Ну, говорит, ну мы знаем. А Света еврейка была? Да, все евреи. Так, тогда еще там... Да ну, нет, там, все, там говорит. Дальше, значит, я смотрю, а там записочки. То есть 65-й год, Квитлах, я разворачиваю записочку. Там разные люди о разном просят, и всегда, значит, мир во всем мире. Ну, когда мы это читаем, мы думаем, ну, типа, все-таки советский, да. Но на самом деле это вот формула, когда вот ходят в могилу, но просят, так сказать, у родителей, там всегда кончается Шолом Авдервелл. Это совершенно ритуальная формула советская, которую люди используют. То есть он фиксирует невероятные вещи совершенно. Он приезжает в... этот самый Казатин. В Казатине, значит, железнодорожное депо большое. Всюду евреи ходят веселые, там что такое. А у нас день железнодорожника. Пошли, значит, у нас в клубе сейчас будет банкет. А там клезмеры приезжают из разных мест, играют там то сё, там фаршированная рыба вообще. Вот, полный такой еврейский праздник. Или приезжает он там в Крижополь. А в Крижополе все, значит, тоже гудит, свадьба, там... Он учитель, тоже какие-то, одни там лабухи из Шаргорода приезжают. В общем, какая-то невероятно богатая такая вот сочная советская еврейская жизнь, которая не видит абсолютно никакого конфликта между советским и еврейским. Ну, поясните, это какой год еще раз? Это где-то начало 60-х годов. Это вот время хрущевской оттепели, когда было какое-то движение там Арон Вергеля? Да, 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 до эмиграции, до 67-го года, конечно. Вот, но издается это все по-русски после. Это вот серия его рассказов, причем очень интересно, у него там всякие вещи, связанные с войной, с памятью, как они читают молитвы и воспоминания, и что там было, и его собственные, там вот он из погребища, вот он туда приезжает после 19-го года, там был погром, в общем. Очень интересно написано, потому что вот там действительно его личность, как бы, причем абсолютно не чувствуется никакого конфликта между как бы еврейскостью и советскостью. И, в общем, я думаю, что для тех людей, кого он описывает, там этого тоже как бы нет. Есть чувство, конечно, молодежь уезжает, конечно, они уже там, может быть, не знают, что такое штетл, они, конечно, из Винницы приезжают на каникулы в Крижополь, наверное, уже, так сказать, будущего там не будет, а будущее будет вот в Казатине, где железная дорога есть. А вот дальше, а вот,
наверное, уже в Меджибаже не будет. Там вот как-то вот так вот. Но вот, вот та же вот эта вот железнодорожная линия Шолом-Алейхемская, как он в поезде ездит, и как там с ним евреи в поезде разговаривают, вот, все с ним разговаривают. Вот, как бы как с информантом. Интересно, он им отвечает. Ему говорят, а вы вот ездите, вы, наверное, заготовитель. Ну, я, говорит, своего рода, да, заготовитель. Ну, в общем, текст вам читается сейчас замечательно совершенно. Сейчас я забыл, как он называется, но в любой книжке Гордона он есть. То есть вот эта железнодорожная линия, вы вчера про Дворкина как раз говорили, да, эти поездки. Но железная дорога, она очень важна. Потому что железная дорога, она отчасти нам дает, ну это уже последний, Шолом-Алейхемский «Штетл на колесах». Железнодорожные рассказы, когда все едут, и внутри своего этого самого вагона, там молитва, там как бы какая-то еврейская жизнь, а потом она кончается, начинается, тоже станция выходит. Как бы это уже такая совершенно модерновая как бы штука. Вот. Ну вот я думаю, что мы уже можем перейти плавно к обеду. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Александрович, а белорусское местечко Раков, центр контрабандистов в межвоенное время, он как-то в еврейской литературе отражен, потому что вот с другой стороны есть роман Сергея Писецкого «Коханок великой медведицы» про эту контрабандистскую жизнь, а в еврейской ничего подобного не описано? Не знаю, может быть, но было бы интересно. У меня есть один знакомый в Америке, который как раз занимается контрабандой. Нет, на самом деле, его, он занимается в Советской Беларуси, и занимался он всякими, он занимался кожевенной, значит, промышленностью, и бундом, и вот советизацией всей этой самой политической. А контрабанда, она была, конечно, жизненно совершенно в Советской Беларуси, да, потому что ее было, там граница все-таки была не очень видима. Можно вас попросить имя этого исследователя, да, я поищу его публикации о контрабанде. Я не знаю, есть ли у него сейчас о контрабанде что-то. Слойного фамилия. Вот. Но материал у него там хороший, конечно. Ну да, это судебный там. Но я забыл, что-то какие-то были интересные истории с Минском связанные. Как, насколько там вообще все было завязано на этой самой контрабанде. Причем и люди же переходили границу туда-сюда, да. Были. На самом деле в Минске была в 20-е годы ешива, куда люди из Польши приезжали учиться. Где этот самый Глускин был, брат. Вот. Это Гита Глускина и отец, да? Которого умерла не так давно, да, пара месяцев. Вот. Потом браславские хасиды ездили в Умань из Польши и возвращались. Вот. Из Венгрии, из, ну, через все возможные границы. Да, 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 да. Там есть вот рассказ у брата Зингера, как вот браславские хасиды, значит, из Польши приезжают там под вагонами, там скрываясь. Невероятно совершенно. Вот, то есть это вообще всегда, эта пограничная жизнь, она очень... Это сейчас вышла книжка в Израиле про историю этого, уманьского, скажем так, паломничества, да, 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 с фотографиями, совершенно роскошнейшая книжка. Здорово. Такая. Она, конечно, не научная, такая научно-популярная, ну, видимо, что рассчитано, что хасиды тоже могли ее прикупить. Да, да. Вот, но там очень много собрано фотографий именно таких вот послевоенных... До советских, ну, да. Сроки, с ним покрашенным желтым домиком, в общем. Угу. И во дворе тут козы пасутся, помидоры посажены, и хасид лежит на полу прямо возле дома. Угу. Вот такой он еще не похож на современного, но тоже очень. Да, да, здорово. Ну вообще интересно, как они как бы эту могилку там откопали, потому что все там застроено, а вдруг так какая-то удобно оказалась могилка там, и домик на ней маленький, который можно купить, так в общем. Да. Энциклопедия, да. Значит, ЙИВО, это вот научный институт, Yiddish Wissenschaftler институт, по-английски это будет YIVO. И если вы просто в Google засунете ЙИВО, слово и энциклопедия, или энциклопедия Jews and Eastern Europe, то она вам вылезет, она очень хорошо сделана, в смысле вот сетевом. Вот. И там поиск хорошо можно делать, и в общем там все... Она такая, в принципе, она занимает два таких больших тома. Вот. Ее редактор был такой Гершон Хундерт, специалист по польской истории 18 века. Он еще... Он на пенсии. Он в Монреале, по-моему. Да. У него очень хорошая книга, вот такая классическая, про Штетл 18 века. Что-то такое называется? Small Town, про Апатов. На базе Апатова, вот Апатовская община, она все это разбирает в социальную конструкцию. У него есть такая провокационная статья, она называется Jews and Other Poles, да, евреи и другие поляки.
То есть идея как бы такая вот в современной этой самой науке, она довольно активно развивается, что евреи были такими же совершенно вот равноправными гражданами этой территории, их, в общем, надо никак их там, ни в какое меньшинство особенно. То есть они в общей массе были меньшинством, но в своих местах они были большинством и вполне такие были. То есть это отражение американского какого-то нынешнего... И американско-израильского, может быть, такого, ну, сионизма, не вот такого вот сионизма старого, а сионизма как бы нового. Вот Моше Росман, очень интересный как раз, у него есть интересная книга про Меджибаш, где он нашел как бы живого Бешта, как фигура, и как бы из этого Бешта, вот, что Бешт был не какой-то там непонятный, маргинальный, странствующий какой-то там проповедник, а это была очень уважаемая там личность, вот, домом, вполне, так сказать, в центре, там, назывался даже доктор каких-то польских этих самых документов, все это вот на архивах этих самых владельцев. Вот. Про Штетла вышла книжка неплохая Джеффри Вайлингера, который в прошлом году она вышла, который ездил в экспедиции, в общем, похожие немножко на эти, но лингвистические. Они изучали идиш, вот, в основном на Украине. И он откуда он? Кто? Вот, Вайлингер. Экспедиция. Они были из Индианы. А, ну то есть это Керлер. Да, Керлер с Кацем ездили. Занимались языком, а Вейдингер за ними просто ездил, ему было интересно. И потом он это все очень здорово. Это по рассказам советских евреев, но в основном украинских. Их жизнь, так сказать, начиная от гражданской войны и до последнего времени. То есть там нет как бы никакой такой теории, никакого серьезного обобщения, но вот очень много интересного там. Там, например, Тульчин, там, ну вот вся эта места, где, в общем, их еще можно было найти 10 лет назад. А кто-нибудь еще ездит по-украински? Ездят какие-то. Вот так, чтобы людей обследовать. Вот интересно есть, вот у вас даже есть рецензия на его книжке, есть такой интересный, со мной такой швейцарский дипломат, который работал в посольстве в Бухаресте, но нам особо делать было, видимо, нечего. И он открыл для себя Бессарабию и Подолью еврейскую. И он ездил и собирал, причем очень хорошо он написал по-английски несколько книжек, очень интересные фотографии, его собственные такие художественные. И очень такая глубокая проработка материала, он все читал, там всех и писателей, и по-русски, и на идише, и вот такие, как бы его собственные какие-то впечатления о том, что он там увидел. Как бы человек, который абсолютно никакого отношения к евреям, ни к еврейской науке вообще не умеет, но вот так ему это все понравилось, показалось таким интересным, что вот он себя вот это делал. Ну потом всякие, связанные с Холокостом, конечно, есть. Экспедиции там. Вот этот ездил, как его зовут, французский какой-то был такой священник, тоже такое делал. Так что вот, вот вы ездите. Красный Штетл. Да, Красный Штетл, замечательная книга, я забыл про нее сказать, про Шаргород. Тоже человек, который работал в Джойнте в Киевском, просто он, так сказать, Хоффман. Он журналист по профессии. Он открыл для себя Шаргород, когда он туда стал наезжать, значит, в начале 90-х годов, чтобы там помощь оказывать. И про Шаргород написал очень интересную книгу. Вот. Но как бы Шаргород в каком смысле уникальный, конечно, случай. Ну вот как бы эта вот Подоле, она показывает в каком смысле так альтернативно, что вот в принципе ну, могло бы быть в советском Брезе, вот если бы вот евреи уцелели, да, вот. Как бы это все, в принципе, могло выглядеть немножко.